Доброго дня всем любителям полетов, самолетов и игры Microsoft Flight Simulator. С вами канал Мир ММО Игр. И сегодня я, Dark Crush, и мой верный слуга Лиера полетим с Катманду на, как бы, Эверест. Я, учитывая, не знаю, где находится Эверест, то есть я примерно знаю, где он, где-то здесь. Но, как бы, мой верный... Но у тебя есть Шерп. Да, которому ты заплатил 20 тысяч за то, что он тебя доведет до Катманду. Как он говорил, у меня есть Машер, он, короче, проведет меня. Шерп, какой Машерп, вообще ничего не понимаешь. Ты вообще ничего не понимаешь. Шерпы — это люди, которые проводят черпаки, короче, туристов. Пацаны. Короче, неважно, ты мне 20 тысяч должен, торчишь. Ну, я донесу все твои вещи. Чувак, мы летим на самолетах, которые стоят гораздо дороже. Думаешь, 20 тысяч для меня проблема? Тьфу, я тебе после того, как сядем, я тебе заплачу. Если, ты говори, если. На Эверест мы не сядем точно. На самолетах это нереально сделать. Вообще никак. Вообще нету ничего шансов. Нереального, это запомни. Zero. Запомни. Итак, ребят. На вот этих самолетах. Да, чувак, ну я могу биплан взять, но мы не поднимемся, да, наверх. Не-не, нам надо 26 тысяч. 26 600, 27 тысяч. То, что выше летит. Иначе жопа. Не, биплан там 14 тысяч, он не поднимется. Не. Ну что, там вылетаем, полетели. Ребят, мы немножко время сместили, потому что на данный момент уже там вечер, типа ночь, уже ничего не видно. Поэтому, чтобы видеть красоты, мы немножко время откатили на пару часов. Я думаю, нам хватит. Там до ночи примерно часа 4. Я думаю, этого вполне хватит нам добраться. Так, что? Я, походу, вылетел. Ну, залетай пока обратно, я пока не стартую. В общем, без проблем доберемся, долетим. Наверное. Летим на Эверест, господа. Высаживаться. Да. Будем там сбрасывать припасы, самолеты, людей. Нам надо, блин, вообще, с одной стороны, надо будет на маленькой скорости лететь, чтобы посмотреть все эти достопримечательности. Ну, мы поднимем, типа, нам подняться 120. Надо. У нас всего есть 4 самолета или 3 самолета, которые могут преодолеть Эверест сам по высоте. Мы взяли один из них, то есть, типа, этот самолет, он довольно медленный, 230 всего лишь узлов, у него крейсерская скорость, то есть, вполне нормально, чтобы посмотреть на Эверест, то есть, просто другие самолеты, они более быстрые, они в основном все реактивные, и они не вытащат. Хотя я вообще не знаю, как реально пропеллерный самолет сможет над Эверестом так легко пролететь. Это странно, конечно. Там же довольно разряженный. Ты уверен, что все правильно посчитали? Да! 30 тысяч нам хватит? Все пройдет, чувак. Ага. Чувак, первый раз. Ну, по логике, боинги летают на такой высоте 8-9 километров. Не-не, боинги летают на максималка 43 тысячи. Было у боинга. Ну, 12. Это, ну, это максимум, что они могут подняться. Да. Но в среднем они летают 8-9 тысяч. Не, ну, по сути, если так подумать, система же... Двигатели у Боингов, у них тоже воздух высасывается для, чтобы, ну, как бы вырабатывать, скажем, импульсом. То есть, грубо говоря, они, значит, там тоже, где они летают, есть разряженная атмосфера по любасу. То есть, все окей, полетим, не проблема. Это Кстати, теория. Мы продолжаем продавать места. Че, загружаться? Наша туристическая агентство, я только захожу. Короче, мы продаем места в наше туристическое агентство. Вы можете купить место в нашем самолете, который летит через Эверест. Поэтому сумма чисто символическая 200. Вот, поэтому платите 200. Короче, все, кто на стриме, они в нашем самолете, считайте, в моем. Не смотрите, не слушайте мой смех, это просто так. Я очень рад, что у меня есть люди, кто со мной летит. Я загружаюсь, только половину загрузил. Окей. Ну, кстати, на Дахере еще можно было полететь, но Дахер, он очень быстрый. То есть тот самолет, который мы взяли, он медленнее, поэтому можно будет полюбоваться. Ну, конечно, Боинг — это 43 тысячи максималка, 500 крейсерская скорость. Это будет неинтересно. Я сегодня Дахере. Вне стрима развил 600 скорость на самолете. 600 метров. Метров? Ну, там этих 600... 600 метров с часа развил и полетел. Я просто воздушного змея к руке притаранил. А ты знаешь, в чем прикол? Аэробус все-таки не самый высоко летает. Самый высоко летает — это Textron Aviatonic, который с двигателями.
Аэробус, он типа тоже, ну, ой, не Аэробус, Аэробус 39 летает. А, боже мой, черт, забыл, как называются эти большие махины. Боинги? Да, Боинги. А, так вот, Боинг 43, то есть, грубо говоря, текстонный авиатоник реактивный, он может максимум взлететь. Пацаны, ладно, пытаются мы берем старую версию. Коконоидами, чтобы не лететь на нашем самолете. Вам ни хрена не поможет. Вы летите в этом самолете. У вас все нет выбора. Все уже поздно. Поздно пить боржоми. Человек говорит, не, я остаюсь. Видите? Один человек хотел убрать самолет, а второй говорит, нет, я остаюсь, я буду до последнего. Так, ну что-то, я загружаю карту уже. Ты присоединишься все равно в любой момент. А ты меня пригласи. Так ты у меня в группе уже, показывают. Экран загрузки у тебя пишет. Серьезно? Угу. Ладно. Короче, так. Я-то загружаюсь, как ну, тебя буду там жать смотреть на красоты, потому что на карту уже пялимся. Давай. 6 минут. Ну страшного. На этот открою дверь, я выйду. Даже, блин. Когда будем на Эверетте прилетать, я открою дверь, чтобы вы вышли. Вы будете одними из немногих, кто добрался на вершину Эвереста. Хотя там сколько уже? Там уже 1000 человек есть точно, да? Несколько тысяч уже, по идее. Там дофига. Там эти черпаки. Сейчас было. Черпаки всех проводят, блин, да? Там, поэтому каждый бомж может залезть туда почти. Там черпаки чуть ли не на руках носят их с баллонами. Я готов, лечу на красавца. Полетели. Ну, я пока кружусь. Я назову Эверест на самолете. Что может быть лучше? А... На Луну полететь. Это было на самолете? Угу. Илон Маск сделает, не парься. Я вчера узнал, что Илон Маск уже имеет четвертый, как бы, из богатейших, прикинь, состояние замутил себе гаденыш. Так. Ого! Чувак. А Катманду это нашим технологиям. Ну да. Катманду это здоровый аэропорт, жесть. Так а что ты хотел? Катманду, блин, это ж Катманду, мать его, это не... Я думал, там по названию попугаи живут и, как бы... Обезьяны прыгают. Боже, какой город огромный. Тут лаги, чувак, будут. А чё я в воздухе стартовал? Не знаю, я с аэропорта Катманду 20-ка. Чувак, кто меня будет вести? Я не понял. Я же говорил, 20-я полоса, Катманду. Да, так я с 20-й полосы стартовал. А, я вижу, ты надо мной летаешь, да, вижу. Короче, мой шар полетел, давайте. Я уже опытный в этом деле. Опа, где мой рубильник? А, все нормально. Я опытный в этом деле, пацаны, не парьтесь. Сейчас взлетаем. Далеко пока не улетай. А может на максимум взлет поставить? Да лети на максимум, я тебя вижу. Я разгоняюсь только. Какая-то машина едет. Нет, что-то, блин, миссия невыполнима. А, не догонишь, слабак. Я думал, сейчас будет перехватывать меня. Все, мы для взлета готовы. А можем вдоль всего хребта пролететься, кстати. F5. Закрылки выравниваю, надо. Стол. Какой стол, блин? Стол. Чё с ним не так? А чё он слабо летит? Сейчас я разрешил. Сейчас поднимешься. У меня скорость маленькая, я уже чуть не встал у меня. Сейчас я немного скорость спущу. Не вечером почему-то компьютер орёт, встал. Вечно сваливание. Боже, мы высоко поднимаемся. Давайте немножко повернем. Как сейчас тяжело лететь на самом деле. И тяпка еще. Что?
Какой стол, блин? Я же закрылки убрал. Как мы взлетим? На, предупреждение, вырубить, короче, вырвать того, блин. Тут стол, блин. Ребята, они тебе крестится, все нормально. Не первый раз летим. Крестятся сами там. Мы должны получать наслаждение. Так, я тебя вижу. Что-то Эверест не вижу. Где Эверест? Меня все обманули. Так, ладно, я выпью трижды. Я немножко сбросил. Ладно, пять. Раз. Окей, семь, восемь. Девять, десять. Ну, нам еще лететь нормально. А потом предлагаю повернуть влево и пойти вдоль всего хребта. Блин. Я одно не понял. Откуда у Боржоми так много очков? Что за нахрен? Что это за бред? Боржоми водичка собирался. Блин, он вчера меня поил. Он уже выкинул на попойку почти 70 тысяч очков. Так, Модер, никто ему не возвращает очки. На еду, блин, лишу модерских прав навсегда. Да это у меня парашюты. Нифига не парашюты у меня. Так, ты где там? С тобой лечу, я поднялся уже на 10 тысяч. Кстати, надо действительно подниматься, начинать. Мы, чувак, в горах летим. Кстати, подниматься стоит. Я начинаю тоже подниматься потихоньку. Я когда пытаюсь догнать тебя, у тебя какая скорость? 230. Ничего себе, ты быстрее. А какая высота? 8 тысяч, походу, футов. 8. Ну, я 11 уже поднялся. А где Эверест? Ты точно с ней не попутал? Нам сколько лететь до него хотя бы миль? 70 миль. Так это же фигня, по сути, да? Да, это в принципе за на такой скорости и на 200 КТСах этих мы пролетим примерно, я думаю, за минут 15 будем там, 20 может. А вон он, я его уже вижу, кстати, Эверест. Да, вот эта большая пимпочка, что он низкий, я думал, он выше. Кто, что ли? Я его узнаю, поверь. Я его сдалека узнаю. Из тысячи, я, да? Там был просто. По словам, по глазам, да? Я там был просто, Димон. Где ты там был, Димон, рассказываешь? Ты не шерп. Я там был, я был в Гугл-мапе, знаешь, как путешествовал. Слышь ты, блин, пес смердячий. А ты что считал правильно? Еще? Ты говорил, что мы должны подняться на 126 тысяч. Я не вижу ни одной горки, которая была бы выше, чем я на 12. Ты лети и не пукай. Да я не пукаю. Сейчас мы с тобой сядем на северное седло. Как на северное седло? Это, блин, участок на Эвересте так называется. Есть южное седло, есть северное седло. Да, северное седло. Я шерп же, блин, я ж не бомж какой-то, а шерп. А я на белом коне проеду, чем там на Эвересте. Так, ты знаешь, что шерпов надо слушать, иначе, блин, лишишься жизни на Эвересте. Да я сам лишу кого хочу, хочешь жизни на самолете этом. Понял? Главное, не улетает мне далеко, ты куда улетел? Так, я за скоростью 120 лечу. Ты куда улетел? Так где Эверест? Ты обманул, нет нигде Эвереста. Давай лети, я тебе сейчас покажу Эверест. Он же далеко, он же не прям под самым Катманду. Ты чё, блин? Вася, ты чё, не в курсах? 70 миль, это вообще, я должен видеть его уже. А ты его разве не видишь? Нет, я выше, чем любая гора. Ты говорил, что он 26 тысяч. Тут не одна горка, она 26. Ну, что с левой стороны, это, походу, Эверест. Ладно, вот этот Эверест был. Черт, короче, нам врет, пацан. Мне кажется, он деньги взял и улетает от нас. Мы догоним этого черта и собьем. Сука, ты откуда знаешь, что я деньги взял? Черт, мы сейчас догоним.
Я посмотрю с кабины, как она выглядит. Хотя вот эта хрень, походу, выше. Это что ли оно? А, у вас кабина окна прикольно выглядит. Такая единственная проблема, кто управляет самолетом. Давайте так сделаем, чтобы было лучше видно. Я немножко скорость поднял, то я могу упасть. У меня на 40% рут работает. Так, я отклонился. Я на сколько? Сотни. Я не знаю, как ты развиваешь скорость 230-240 на этом самолете, когда, мать его, у меня на сотке работает, я даже 220 не развил. Ну что, ты видишь Эверест? Да нет, я не вижу. Или это походу Эверест. Черт, кабуш, деньги отдавайте мне. Так, а мы точно поднимемся на ту высоту, что у меня как-то шатает не очень хорошо. Поднимешься, не бойся. Сейчас сделаем петлю. Посмотри пока вниз. Смотри на красоты внизу. Офигенно, правда? У меня справа эти, как его, двигатели. Ладно, знаю, кого я сделал. Дайте вниз. А кто вниз посмотреть? У меня никого нет в самолете, Аван. Или есть? Это что? Боже, какие тут горы, чувак. Это еще маленький. А, сейчас вон Эверест, я вижу, походу. Он сдалека, это он. А, видишь, наконец-то, две верхушки, видишь такие? Это и да, есть как там. Будто жопа кривая или грудь какая-то, ну, неправильно сделанная. Патрического хирурга. То есть, а вот это, а если вот говорить, вот смотри, экскурсию тебе проведу, видишь эту соседнюю гору? Это Нумбур, вот эта соседняя гора, это Нумбур называется, хребет такой. Какая соседняя, которая, Нумбур. Типа, правая грудь более мелкая? Там дальше есть Луна Кри какой-то еще и Чао Ой-Юй. А, вот Луна Кри я видел, в Мстителях есть раса Кри. Так это Луна Кри она называется. Ну правильно, как бы Луна Кри. А Макалу, вот, а если вправо смотреть от Джомолунгма, там Макалу есть, тоже 8-тысячник. Как так она называется, Макалу или как так Макалу? Я понял. Махачкала. Почти. Вон, кстати, видно, а Джомолунг, Макалу видно. Видишь, он Макала, она соседняя. Джомолунг, вот две сиськи, как ты говоришь, а вот правее от нее это Макалу. Короче, называй так, самая большая левая сиська, поменьше правая сиська, и сбоку не сиська, все. Рассказывает, блин, я сам отлично знаю, что это. Левая большая сиська, правая как бы маленькая сиська и не сиська, все. Название дали. А что там слева? Я уже на 23 тысячах. Секунду, а почему слева копия Эвереста, ну, левой и правой груди? Что за бред? Это не копия, это ближняя и дальняя гора, оно так кажется тебе просто. Сейчас даль, ближе подойдешь, увидишь. Это все масоны, две одинаковые, смотрите, они одинаковые. Это мы уже поднялись довольно высоко. Нам еще 4000 футов. А кто-то исчез? Эй! Черт, ты где? Ты лети, ты знаешь, где Джомолунгма, самое главное, лети туда. Где ты вообще находишься, я одно не понял. Куда черт исчез, пацаны? Я вам урок географии проведу сейчас. Ребята, сейчас будет урок географии. Географом, шерпом. А где ты, я тебя вообще не вижу. Я сзади летел за тобой, а сейчас тебя не вижу. А что так трясет самолет, кто мне объяснит, ну, расскажет. Потому что высота уже большая, чувак. О, я тебя вижу, ты 24 тысячи поднялся. А ты на сколько? 24 тоже. Ты 24 600, я 24 ровно. Все, начинает трясти. Мы еще максимум 5 тысяч взлетим, и дальше мы не сможем подняться. Хорошо, не взяли по... Насчет кидать вниз. Бухэй. Говорят, привет, гробик нужен. Нет, привет, не надо. Это будет самое лучшее путешествие, которое вы только могли увидеть. Или услышать.
А если удариться в гору, как может ее немножко уменьшим размером? Отворачиваешь, да, одно, не понимаю. Я лечу ровно. Это я что-то прилечу? Я ровно лечу. Сейчас я немножко возьму курс на Джамалун. А есть какая-то кнопка, которая выравнивает самолет? Я тебя догоняю, чувак, кстати. Я под ТВ пролетаю. Ну я 130, да потому что ты на сотки летишь, я 130 лечу. Ну, ты на рут сотки, а я на 50 рут лечу. Я тебя слышу уже, кстати. Мы обогнали шерпа, блин. Моншери, короче, сзади остался. Ну, нифига себе, блин, полетел он. Я на 60 тоже сбросил. Я не знаю, мы не упадем. Будем первые на Джамаджунгли. Джаманунгли. В Димона джунгли. Так, полетели. Блин, как меня трусит, это капец. Может, двигатель сильнее врубишь? Меня пока не трусит. А может, погоду врубим какую-то? Чё у нас беспогодник? Ну давай, я не знаю. Шторм. А! Нет, шторм это была шутка, я же не хотел. Выруби нахрен шторм. Я не могу, жди, я падаю. Вот так? Так красиво. У меня молнии бьют пока еще. Расключи реалистику. Ну давайте рубим реалистику, но там мне кажется, она баганая. Давайте сейчас рубим ее. Не, реально чисто, смотри. А что за реальная погода такая? А вот реальная. О, реальная погода все не багает, смотри. Чувак, я Джама джунгли не вижу. Я 30 тысяч поднялся, а ты? 31, я походу сейчас грохнусь. Да, я выравниваю самолет. О, в реальной сейчас погода нормальная, у меня не глючит сейчас. Блин, красотища mm-hmm. какая. Мы просто очень высоко, чувак. Ну, горы реально над высоко. Облаками некоторые. Ну, странно, неужели облака так высоко поднимаются? Я думал, там 3-4 км и все, а тут, блин, облака на высоте 6-7 км. Чувак, я вижу эту правую и левую сиську, может сбросить скорость немного? Ладно, главное, я только не встал, чтобы сейчас не орали. Я 40% поставил скорость. Угу. Смотри, не грохнется только на 40%. Посмотрим. Где будешь высаживаться? На пике. Чувак, а может Эверест справа он выше? Ты куда ошибся? А, секунду, я ошибся. Эверест он с правой стороны. Я не на Эверест лечу. Я ровно лечу на них. На Эверест. 30 миль еще мне осталось. Блин, я думал, это Эверест, это не Эверест, так это хрень собачья, вон Эверест. А кто знал дистанцию до Эвереста? Давайте посмотрим за вашим чертом. Я точку поставил на Эверест. Может, черт улетел, да, он с другой стороны, правильно. Черт с другой стороны летит. У меня точка стоит на Эвересте, я ж посмотрел, где он находится в точности на карте, нашел без этого, опа, без аэропорта. У меня 150 скорость лучше. Блин, а еще набираю высоту, еще 32 тысячи уже набрал. Так, это уже высоко, пацаны. Я все, я 31, я спускаться потихоньку начинаю. Я тоже. Стол сейчас будет. Блин, F2, F3 меняет рут скорость. Скорость рут F2, F3 меняет. Серьезно? В чате так пишет, не знаю. О, да, красота, блин, какая-то. Да, это правда, пацаны, спасибо.
44% поставил, да, это правда. Насчет F2F3. А сейчас же не сезон восхождения. И? И туда нельзя сейчас на Эверест. В смысле нельзя? А не весной, по-моему, восхождение идет. Нам все можно. Там человек. Есть определенные окна, когда можно подниматься. В остальное время там не поднимешься. Там очень серьезные, ну, как не штормы, короче, ветры. Ну, все стеклопакетом окна или одиночные. Эй, стеклопакетник, блин. Сам говорил, что есть окна. Чувак, а ты веришь, что 30 тысяч нам хватит высоты? Что-то мне кажется, мы таранемся. Хватит, не спорь с папочкой. Не спорь с шерпом, героем. Ладно, не буду спорить с шерпом, бесполезно. Пора бы уже поверить шерпу. Верите? Так, пацаны, сейчас мы почти будем усаживаться на Эверест. Это же Эверест, надеюсь. Похоже, да. Что-то трясет мне немножко. Ну, вроде бы это не из-за воздуха. Меня трясет в кабине. Я просто немножко выпил, пацаны. А давайте сделаем сейчас мертвое пике. Или как оно называется? Петлю Нестерова давайте замутим. Так. Ну, мы прилетели как бы. Почти. Я думаю, осталось... Ой, я тебя вижу. Кожик, ты зарядом пролетел от меня. А ты гудишь? Я думаю, кто гудит, блин, этот комар? Ты обгоняешь меня, чувак. На какой скорости ты идешь? 190. Ты что, ты меня обгоняешь? Так, сейчас надо быть очень осторожным. Чувак, 30 тысяч это мало. Не, как раз нормально. Он 28 должен быть, да? Или 26. А что это считает? Мне считает жестко, что? Потому что какая высота у тебя? 30 тысяч. Ровно. 200 скорость. Он нас обманул! Черт нас обманул! Мы разобьемся, пацаны, черт обманщик. Я прям на дне пролечу. Блин, клево. Так, здесь. Я сочти выпускаю. Не, давайте сделаем сначала вокруг него петлю, а потом пытаемся сесть на горе. Красивая? Да вроде бы, да. Да вроде бы гора, да. Гора горой. Мы пролетаем, ребята, над Эверестом. Двери открываются, можете выходить в салоне, ребята. Уже никого нет, все прыгнули, Аван. 29 тысяч. Как притормозить немножко? Мы прошли над Эверестом ровно. Я на все. А! Мы падаем! Maybe! Стой! 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 Выровняй камеру! Все? А в чем проблема забраться на Эверест, я не понял. Ой, мы сейчас будем падать. Делаем петлю. В чем фишка Эвереста? В чем фишка? Потому что это Эверест! Я еще раз пролечу. Ой, блин, или нет? Я падаю! А секунду, Эверест тоже нет, это та хрень выше, походу. Я на мелкие сиськи определил, это не Эверест был, походу. Меня шатает, Иван. Не парься, это нормально.
Пятишки так не повторяется. Что происходит? Нет. Зараза. Выравнивайся. Как тяжело выровнять. Почему нет стабилизации вертикального самолета? Сейчас что сделаем? Раз. Маневр? Я просто скорость развил немного. Ой. Нет, начинается вам, мне как Бобика трусит. И где вообще? Я упал. Ты разбился? Да. Черт, да я говорю. Нет, я не упаду, как он. Я потерпел крушение, мне нужна помощь. Нет! Ствол, я понял. Да блин, как выровнять самолет? Чего он так шатается? Почему он не стабилизируется никогда сам? Боже, как тяжело стабилизировать самолет на самом деле. Это просто ад. Сейчас, ребят, мы сделаем петлю. Это скорость прибавь. Ладно, я верю в вас. На соточке полетим. 10 перегрузки. Сейчас ко мне падает, будет такая перегрузка жесткая, что мы умрем. Делаем медленную петлю. А заметь, смотри, там офигенные тучи в горах, а за горами там вообще нифига туч нету. Чувак, езжи по одному из склонов Эвереста. А ты что, не разбился? Нет. Ты пытался сесть? Я повторю твой подвиг. Нет, я... Вообще-то я разбился. Ну, типа, я бы разбился в реальности. Это просто у меня почему-то в игре. Я тебе, походу, бессмертный или что? Че, блин, нахрен ты несешь? Так, стойте, посадка. Вешер. Я колеса выпустил. Закрылки на посадку — это А8, да? Чем, ребят, сядем? Не парьтесь. Вам не нужны никакие черты. Черты разбиваются. А мы с вами сядем. А я вижу тебя, кстати. А ты что, вырубил меня, типа смерть? Происходит? А ты что, вырубил смерть, что ли? У меня вообще самолет летает сейчас. Нигде опал. Я не понимаю, что происходит. Ой, блин, не. Закрылки нахрен, сейчас разобьемся. Мы разобьемся. Закрылки! Закрылки! Фух. Пам-парам, парапам-папам. Зато мы все умрем, там кричат. Не парьтесь. Еще первый раз сажусь, думаете? Блин, как куда бы сесть? Давай выберем площадку для посадки. Я вам покажу, что я мастер. Это вы не чертом полетели. Как черт летает, вообще ничего не понимаю. Я не знаю, чувак, я взлетел все равно с места. Я не знаю как, но я взлетел. Боженька меня любит просто. Просто на Красную площадь садились уже? Хорошая идея. Нет, кстати, надо сесть на Красную площадь реально. Как ты вообще полетел? Я вообще не знаю, что происходит. Я с колесами вообще лечу. Я засяду, короче, давайте. Sync rate. Никакого рейда нету, блин. А, давайте колеса заберем. Вата там, где Аван, там будем садиться-то. Landing gear. Как это вообще работает? Landing gear. Блин, офигенно, так можно сесть? Landing gear. Пока спускаемся ниже, сейчас будем садиться, пацаны. Landing gear. Так, давайте. Sync rate. Какой сынк? Сам ты сынк, блин. Перегрузка. Так, давай, короче, да, перезапускаем, летим в другое место. Куда еще полетим? Давай посмотрим, какой мир есть. Как снизить самолет, чтобы не разбиться?
и быстро. Никак. В этой, на этой горе, чувак, вообще никак. Нет, так я в главное меню перегрузки грохнулся. Так, ребята, куда еще летим? Может, давай в Москву реально сядем на площадь Красную? Давай. О, давай в Кремль прилетим. На Боинге. На Боинге я прилетел. Я тоже. На Боинге, чувак, это гениально. Так, карта мира, Москва. А ты знаешь, где Кремль? Как мы Кремль найдем? Да, я найду, не парься. Так, Москва. Лети за мной просто. Москва, Аранос. Нет, не то. Не понял, а где? А с Москвы полетим, знаешь куда? На Байкал. Хочешь полететь в Байкал? А почему Москву я не могу найти? Где? Шереметьево есть. А вот, Туполево. Откуда вылетаем? Шереметьево? Или с Туполева? Внуково. Тут без разницы. Давай Шереметьево. Так, вылетаем Шереметьево. Получили Кремль. Кремль. Никого не будет. А, чувак, ты знаешь, как Кремль? Как мы Кремль найдем? Да, блин, центральное здание, что с тобой? Городе. Центральное здание, охренеть. Там, блин, чтоб ты понимал, 100 км радиус Москвы, блин, как мы подыщем? Я даже на какую сторону Москвы лежит, Шереметьево. Ты же прикалываешься, да, сейчас? В смысле? Ты Кремль не найдешь, блин, чувак, это огроменная, сука, такое, блин, не знаю, территория там, что ты, блин, обосрешь, а ты его, блин, будешь видеть с высоты. Чувак, оно же не высотой там, блин, как Останкино. Ну как тебе объяснить? Там стенка вокруг идет, наверное, блин, километров. Чувак, мы вылетим не с Москвы, а с Шереметьево. Это не Москва тебе. Ну и чё? Взлетаешь и летишь в сторону, и полетим нахрен в Петербург. Потому что хрен пойми, блин, а где Москва. Короче, лети за мной просто. Ладно, я вылетаю с Шереметьево. Давай, блин, черт, за мной. Так, я хочу стартануть в аэропорту. Я почему-то в воздухе стартую. Я вообще ничего не понимаю, что у меня происходит с игрой. Ну, просто вообще ты построил настройки, типа, детские. Упал, Физичные. Блин, на горы, катаешься на самолете. У меня, мать его, перегрузки, как в реальности. Больше того, я упал, приземлился на горку. Потом мне написали, заглушите двигатель. Я заглушил двигатель. И у меня появилась система, которая позволяет мне вновь поднять себя в воздух. Автоматом в любую точку. Я себя поднял и опять полетел. А что это за детская сложность у тебя? У меня реализм. А что так темно, кстати, в Москве? Сейчас время поменяю, жди. Блин, ни хрена не видно. Я сейчас сделаю. Так, ну короче, как куда лететь, я не знаю, сейчас поднимемся вверх. Я взял самый опасный самолет, там нас ПВО не сбило. Они меня не смогут захватить. У меня с дерьма и палок самолет построен. Мой любимый. А у меня нормально все. А че я не понял, а че я не в Москве? Вы че? И найти не сможете Кремль? А, да мы найдем его. Ой, а почему я не понял, я жопе стартовал? Так я стартанул просто в Гималаях почему-то, хотя поставил, что в Москве стартовал. Короче, я полетел гималайский. Ну лети. Не знаю, куда лететь, ты должен был как черт меня вести. Да, жди, я чуть-чуть. Кремль в 2D, говорит, он засекречен. В смысле? Серьезно, Кремль в 2D? Много, ну как немного, но тут есть объекты, которые в 2D. А куда мне лететь? Где Москва вообще, блин? Сейчас. Так, ребят, так, если я залетаю в Шереметьево, мне на восток, на запад или куда лететь, чтобы попасть в Москву? А ну, подсказывайте. Ты думаешь, сколько у меня? 30-40 от Шереметьево или больше? Я Москву найти даже не могу, меня не подгружает. Да вы чего? Так, это точно не та лечим. Но это не Москва, это какой-то, блин, городок. Охренеть. О боже, Аван, я вижу Кремль, он до Луны, типа, высотой. И там еще рядом Ленин стоит с ним.
И налево, говорят. Пацаны, что за налево? Можно сказать, в сторону света. Ты на запад надо лететь. На вест, на запад. Да? Да. Окей. Летим на вест. Надо к черт сказал. Ты вообще ничего не шаришь. Ой, ты ничего не шаришь, вообще стартовал Гималайка. Умничаешь. Так это просто точку не выбрал, причем вот это. Точку не выбрал. Черт, ты ничего не понимаешь, так и умничаешь. Говорит, на запад надо лететь. Посмотрим. Какой запад, говорят? А куда, ребят? На север Москва. Ну вот, это говорит, черт. Я, наверное, из, давайте на север. На запад! На норд, точнее, север. Шереметьево. Если Шереметьево стартовал. Ну, больше на запад. Больше на запад. Короче, я верю чатику, я черту не верю. Черт, блин, разбился в Гималаях. Убил всех своих туристов, которых вез. Я ничего не вижу, блин, а что было похоже на Москву. Нет, ты, походу, не там стартовал. А говорят, есть карта, открой карту. А карту можно открыть? А как? Да, это, конечно, хороший совет, карта. Как это посмотреть? Ах ты, нет, Шереметьево не... Блин, мне опять выбилось. Говорят, на северо-западе. Северо-западе. Ну ладно, берем северо-запад, норд-вест. Нет, подожди, у меня почему-то сейчас был Шереметьевский аэропорт, я здесь карту открыл. А, нарисован, тебе надо лететь, знаешь куда? Даже куда? Не на запад надо лететь, это получается юг. Вниз, это ж юг. Юг, да, саус... Да чувак! Юго-восток, чувак! Да вы не гуляете! Черт сначала. Юго-восток! Сначала черт говорит на запад, теперь говорит юго-восток. Да вы достали нахрен, на крузнике разобьюсь. Я почему-то думал, что Долгопрудный и вот этот Шереметьево, они находятся с правой стороны от Москвы, они находятся над ней. Юг это саус, а восток это ист. Саус ист. Блин, я вдруг. Вы меня отправили в противоположную сторону от Москвы. Как я и говорил, сейчас куда нахрен в Питер прилетим, блин. Не, ну в Питер ты бы не прилетел, но там нужно было идти. По идее, на север, да? В Питер прилететь тебе надо было... Северо... Ну да, северо-запад. Больше да, север, да. На север лететь. Ладно. Ты что-то больше похоже, что-то... Тут там хотя бы... Тут жизнь какая-то есть, там дома какие-то большие. В ту сторону, когда летел, там какие-то поля, блин. И мужики бухающие, такое, все, что видим. Знаешь, почему я это увидел? Потому что я летел на кукурузнике со скоростью улитки. Хорошо, потому что можно в любую точку планеты прилететь. Ну, как бы, да, смотря откуда ты стартуешь. Тебе, во-первых, либо надо будет бензин заправлять нечестным способом, ну, либо брать Боинг, потому что у Боинга 8600, как бы, топливный бак можно залить. Только у меня какая-то лажа, у меня почему-то... Ой, не... Ну, 8600 это километров. Почти покрывает половину планеты. Или всю планету. На каком странном кукурузнике летишь? На биплане. Мы ж на Боинге должны были лететь. Хотя ладно, ты на Боинге там не посадил. Чувак, я не хотел лететь на Боинге и орать Аллах Акбар. Так зачем орать? Просто бы летел на Боинге, орать-то не обязательно. Может потом, просто лететь? Красиво. Потом нас посадят за там, терроризм, экстремизм или что-то еще. Я на кукурузнике лечу. А так тебе не посадят. Крикни на кукурузнике, Аллах Акбар тоже посадят. Тоже скажет экстремист гребаный. Вот именно на Боинге, если здесь и критично все, значит точно. Разобраться, можно? Смотрите, я могу заправиться сразу в воздухе, но это типа будет нечестно. И можно садиться просто в аэропорту, а заправку, я не знаю, можно заказывать в аэропорту или нет, но можно, по идее, заправиться, вот, допустим, садиться в свой аэропорт, заправиться через эту штуку специальную там, ну. Блин, а тут дома прорисовали хорошо, пока не 2D. Они все равно же подтягивают с Google Map'а эти все карты, ну, все объекты. Ну, фишка в том, что сам объект, размеры объекта у них есть, а разработчики просто сделали там 100-200 моделей текстур. Ну, это не Москва, это что такое? Долгопрудное или что это такое? Где мы вообще находимся? А ты поставь точку себе на Москву вылететь, на саму Москву. Москвы не было. Под Кремль, что? Вы при... Ка-лы! Что? Как?
Так, а может я другой самолет выберу? Это самолет дерьмище. Я разбился просто на ровном месте. Я летел, я просто летел, и у меня перегрузка. Какая нахрен перегрузка, блин? Вы чё, блин, посадили сюда зефирку за руль, которая растаяла от солнца, или чё? Суки. Как? Ребята, это не смешно. Как я мог разбиться? Ну вот, смотрите, это... А где Москва? Так, Москва есть. Домодедово? А чё так далеко, кстати, Домодедово? Они уже... Чё, блин? Московский универ. Давайте в Московский универ полетим. Внуково. Хотя, может, всё-таки с Внуково оно ближе полетим. Я со Внуково лечу. Ставлю точку прибытия. Это 11 километров. Полетели. С Внуково вылетаю, оно ближе. Я лечу на универ, но если мы будем лететь с Внуково вылетим, полетим на универ, мы пойдем точно в город. Дальше я сориентируюсь. Я видел, там Кремль такой огромный, выше Останкина. Да, увидишь. Ну если он с ВД, он будет просто сверху нарисовано. Стены увидишь, такие квадраты, все большой. Ну я квадрат, а не совсем квадрат. Короче, чё, блин? Чёрт, что ты несешь? А если он в 2D, то ты его не увидишь так, если низко будешь. Тебе надо высоко лететь, ты увидишь сверху такой, типа как стен. Ну как огромное, как будто, блин, строение какое-то. Как типа к стену просто увидишь. Короче, ладно, я буду по луку ориентироваться. Если Калинка-Маринка заиграет, значит я там, где надо. Меня цивилизация этому обучила. СПБ. Я думаю, что у нас выбивает. Не, в Питер будет, пока лететь не будем. Не знаю, мне все нормально. Пока что все было нормально, когда я с Шереметьево вылетел. Сейчас стартую с Домодедово. Домодедово, походу, находится вроде в районе Москвы или на окраине Москвы. Потому что ну, Шереметьево находится далеко от Москвы. Там несколько десятков километров. Блин, она, говорят, отправится в Монблан. Вот мне игра говорит, типа, отправляйтесь в Монблан. Мы вчера были рядом с Монбланом. Я уже катался на Монблане сколько времени, блин, неинтересно. Блин, а может на Матерхорн туда полететь? Он рядом с этим, с Монбланом. Ну так, рядом. Так, Домодедово тоже, походу, за границей города. Да, блин, меня опять выкинула игра, ну что ты будешь делать? Ну, черт, он себя обманывает. На чем мы вообще летим? Там предлагает вон в ОАЕ полететь, Объединенные Арабские Эмираты. Как оно какое-то хренилище на самом деле. Ты бы видел, что это такое? Хрень, она и в Африке, хрень. Ребята, если из Домодедово летит... А, все меня показывает. Все. Секунду, а где моя точка? Чего она не показывается? Icon X-ray Golf Sierra, continue for east departure. I will contact you next. Это что, вертолет, что ли? Это уже больше что-то похоже на... Че опять поля? Где Москва? Где чертова Москва? А что, вся в 2D, что ли? Алагаги... Тебе говорят, что этот самолет может на воду сесть, который у тебя сейчас. Icon X-ray Golf Sierra, you are leaving my airspace frequency change approved. А куда лететь? Что-то не понял. Ребята, ну подскажите, мне что-то знак не показывает, когда нужно лететь. Наверное, какой-то баг у меня. Я поставил. Я походу точку не поставил. О, машину едет. Это МКАД, походу, или это не МКАД? Так, а ну, ребята, мне нужен опытный гид по Москве. Если я с Домодедова вылетаю, куда лететь на Кремль? Я Москву здесь не вижу. Тебе опытные максимум велосипедисты и автомобилисты могут так и подсказать, но никак не те, кто летает над Москвой. Так, мы летим по этой дороге. Эта дорога, походу, ведет либо в Москву, либо не в Москву.
Давайте надо дорогой пролетим низко. Так, давайте скорость сбавим. Ты Останкина не видишь? Если ты домодедово не вижу. Так я думаю, знаете, домодедово, я знаю, что он где-то около Москвы. А ты ж с него вылетел или нет? Я с домодедово вылетел, да? А если ты вылетел с домодедово, тебе надо, значит, на севера... Ну, на север больше вылететь. Это футбольное поле вижу. Говорят, севера, северо-запад. Запад у нас это вест, а север это норд. Норд-вест. Давайте поверим пацанам. Ну да, Домодедово ниже расположен. Вот там сидит, короче, карта и такая, ага. Там это сначала, не, сначала карта... на запад. Человек, я понял, ты на шары говоришь. Я Шереметьево, не, Домодедово снизу. Я Шереметьево почему-то. Я всегда что-то думал, что оно с правой стороны, видишь, оно, блин, оказывается выше. Выше левее. Там еще Внуково есть аэропорт, кстати. Я знаю. Все странное название. Внуково, Дедово, Бабкино. Сыночкино. Боже, тут не тяжело жить около аэропорта этим чувакам. Походу в Москву летим, только какая-то голая Москва. И будто Наполеон недавно прошелся. Это что Москва? Ребят, это что ты Москва? Я столько леса в Москве что-то не помню. Я предлагаю лететь, как летел по дороге. И пацаны, мне сказали на Норд-Вест. Говорят, я вижу Москву НЕ. Ну давай. А на НЕ. Я вижу пока лес. Но это что-то больше похоже, но это не Москва, это какой-то пригород. Это что, Рублевка? Не, ладно, это не Рублевка. Не похоже это на Рублевку. На Рублевку не хватило нормальную дорогу, видите? У них денег. Они по гравийке едут. Ну бывает, как бы. На Рублевке сейчас кризис. Полечу даже на каком-то маленьком самолетике. Я взял офигенно, только самик, он легко управляется. И в отличие от кукурузника, он хотя бы как-то проще управляется. Это посмотри справа, там большое здание видно, это МГУ. Ребята, это что, блин, за Чернобыль? Слева такие дома, как в Чернобыле, как будто без окон, без ничего. Там не хотел, так... Как это что хотел? Че за нахрен? После твоих вот полетов над Москвой нормально. В Чернобыль превратился. Ты плюс 10 самолетов там разбил, и бомбишь их там летаешь. Ой, блин, а Абазания можно тронуть или нет? Черт. А ты бы видел, меня ППО обстреляло, и так я летаю. Я пролетел над домом примерно в 2 метрах высоты. Прикольно. Я так, бы люди уже блин, сбили швабрами. Че это за хрень? Ты что, это железка такая? Блин, я как будто не в Москве, а в каком-то... Не знаю, блин. А че тут гравийка везде? Пацаны, че нас... Я слышал, что типа... В России, типа, как бы дороги плохие, но настолько гравийка в центре города. Так это не Москва, опять лес. Вы меня обманываете, пацаны, это не Москва. Там пацаны говорят, что ты не туда летишь куда-то. Ты, сука, бомбить мирное население полетел. Бомбить я вообще не собирался. А куда лететь? Я вижу огромное здание, да, то оно. Это Тадж махал. Или таджик махал. Он мне просто махал. Полетели. А как ручной тормоз снимать, ты не помнишь? На F? Контр дай. А, да, точнее.
РДМГУ. Да ладно, а почему? Это не похоже вообще на... Что МГУ на окраине Москвы находится? Почему МГУ так офигенно прорисовано, а вокруг МГУ как будто поле? Там же типа испытания вокруг МГУ проводились ядерные. Что-то не разочаровывает пока, что я вижу. Может, Нью-Йорк прорисованный более лучше? Мы еще успеем в Нью-Йорк полететь. А, значит, ниже. Я кого-то вижу, какие-то самолеты. Там литература карта, она есть. Боже, ты харе уже это писать. Если ты знаешь, как карту открыть, нажми, скажи, кнопка какая. Как, сколько можешь тупить, скажи, не знаю, карту открыть. Карта открывается в менюшке. Типа вверх менюшку заходишь, и там вот... А как я посмотрю, она же паузу не ставит. Я разобьюсь, если я не буду брать самолет. А ты прям мышкой можешь смотреть. Да, ну смотри, то у меня такое менюшка откроется. Ну и где оно? И предпоследнее, оно сбоку появится. Там карту можешь открыть, посмотреть. И что это такое? Ну и? И чем мне эта карта поможет? Как чем? Ты летишь в Москву. Понимаешь, где Москва? Да, там карта ВВП Владимира Путина, блин. Там был... А, ПВП. Чё? Карта ПВП. По идее, полётов, воздушных полётов. Это я? Где я на карте? Короче, ладно, смотрим, что... Москва похожа на лес какой-то огромный. Ты меня спрашиваешь? Я поэтому говорю, я не понимаю, куда я лечу. Не, ну я лечу сейчас правильно в сторону. Тут ничего нет, чувак, какие-то леса, как будто, блин. Мы не в Москве. Не, ну я был в Москве дважды, но это не то, чувак. Это что-то не то. Ладно, я лечу в МГУ. МГУ. О, прикольная дорога, кстати. Давайте нам дорогу. Ты меня видишь, что ли? Не знаю, я повернул, посмотрел сзади, но у меня проблема в том, что я еле держу управление на самолете. А он, я вижу, туда садится. Чего? Это не Москва, это какие-то мелкие деревни, похожие на какие-то... На какие-то реально деревники, знаешь? Че это такое вообще? Чувак, я думаю, что я знаю. Это не Москва, а нас киданули. Кидалово, мать его! Что мы так плохо прорисованы, на самом деле? А что с дорогой, пацаны? В ужас, а что за дороги такие? Жесть! Ребята, кто бомбил теперь уже? Ты... Это что, Москва после заслёжки? Что за бред вообще происходит? Теперь увидел все. Ты в альтернативной реальности, когда Вторую мировую выиграли немцы, понимаешь? Вот в этом почему так всё выглядит. Почему дорога такой вид имеет, как будто ее бомбили нахрен? Это не разметка, а реально какие-то латки, знаете? Да здравствуют реалии жизни. Это такие дороги в Москве. А, я тебя вижу, кстати. Ужас. А где так-то едешь? Не, ну сделана, конечно, хреновая Москва. Не скажешь, что это Москва. Ну, похоже, много домов. Я летаю над домами. Он летает над домами. Вот, давайте уже домами пройдем. Потому что пес. Мне же хватит. Это даже реалистичнее, чем в жизни. Может, это на Москве просто не было и уже подзабыл. Но что-то мне казалось, там было покрасивее вид, чем тут. Что мы видим? Опять лес? Почему так много леса в Москве? Либо, я еще не понимаю, либо МГУ на окраине. Че так много леса?
А это что такое? Это огромная временная яма или песочный карьер? Около МГУ есть песочный карьер? Ты не знаешь, в дом можно вписаться или нет? Так это в МГУ-то учат, там песочный карьер копают в свободное время. А может, дом, типа дома там строят просто, ну якобы. У меня совершенно называется какой-то псориаз или как? Сопас. Ну там говорят, что Москва-Сити где-то у тебя впереди. Московский, короче, МГУ. Пам-парам, а где я тебя даже не вижу, где там еще летаешь? Я около МГУ уже, ты видишь, МГУ такое огромное здание. Далеко прорисовывается. Я еще даже не долетел, а близко. Ну я уже МГУ пролетаю. Ну и где дальше искать мне Кремль, чертов? Ребята, это МГУ далеко от Кремля? Что я не сильно разбираюсь. Ну ты уже в центре почти. А ты что, ты должен его видеть, разве не видно? Ты ж с воздуха. Что? Небеса не видно. МГУ сбила меня. Сраная МГУ, она сбила меня. Кто тебя сбил, псих ты? МГУ полетела на меня и сбила. Отлети на Багамотом. Москва, Сити! Рациденты с рогатки сбили Димона. Это МГУ есть ПВО. Что это было? Я выше МГУ пролетел. Почему меня нахрен покоробило так, как будто нереально студент с рогатки подбил? Так тебя я ПВО сбила, видишь? Это, сука, снайперы стопудово. Я чуть не понял, а что тут за такие районы, как будто это Америка? Ясные домики, что это такое, я не понял. О, я влетаю в Москву. Там. Так, давай за мной, Димон, где? Сейчас, я влетаю заново с дамы Внуково. Давай на Рублевку полетим, денег соберем. А я не знаю, где Рублевка. Чувак, я, блин, в этом... как это правильно сказать? Короче, я не сильно разбираюсь в географии города, вот так скажем. Ну, я тоже не знаю, где Рублевка. Я понятия вообще не имею. Я знаю, что у нас это есть. Я, блин, я нашем, знаю, есть, я в нашем городе хреново разбираюсь. Ты, блин, не каких-то там... Не, ну Кремль мы должны по-любому найти, чувак. Он такой здоровый, его нереально не найти. Если мы его не найдем, мы лохи, значит. Я когда был в Кремле, в мантии, блин. Ладно, Останкино, ты бы сказал, ну блин. А почему Останкино не видно? Я одно не понял. And go! Вернитесь на Багами, полетите, берите самолет, который на воду садится. Мы так и сделаем. Давайте только... блин, я забыл, когда лететь надо. Ой, я какие-то домики впереди вижу. Они сильно лагают? Да нет, мне вообще не лагает. Я удивлен, но мне реально не лагает. Кстати, это очень странно, кстати. Мне вообще не лагает. Ну, типа, я думал, будет какие-то FPS там ниже 30, а у меня FPS был выше 30 точно. Там где-то под 50, может, даже под 60. Это на максималках, что очень странно. Так, большие города зачастую лагают, но в Москве нет. Разработчики половину леса спилили вместо домов. Так, как там карта открывается? Сюда. Ой-ой-ой, так не разбейся. Не, в другую сторону. В другую сторону летим. О, тут новостройки. Звук ужасный. Нет, что ты делаешь? Мы жить должны. Метель еще. Так, я почти уже в центре Москвы. Вот. Где-то вот там должен быть. Ну, Красная площадь, вот тут должна быть. Метель еще на максимальной скорости. Что за звук мерзкий, блин, вырубите его. А какая у тебя скорость вообще? 40 узлов. Морских? Ты плывешь? Так это же узлы, разве нет? Я не знаю.
Не, я хорошо морских тебе, просто знаешь, что морские узлы точно есть, а воздушные узлы. Хрен его знает, может есть. Змеиные узлы. Может нет. Да змеиные точно. Полетели. Так. Поднимаемся, надо сбросить скорость до половины. А, вот, все, вижу, походу, вот то Кремль. А ты же около Кремля? Блин. Это вроде бы, если... Это вокзал, это железнодорожный вокзал. А где тогда он, стоп? Туда или туда, я не могу. Ребят, на Багаме полетим, ждите, не торопитесь, мы успеем, но мы же не последний раз играем. Давайте мы с Москвой закончим. В смысле снизить скорость? Я так лечу, как черепах. Знаете, если я кидал бомбы, то благодаря той тени, которую я вижу, я знаю, как, куда бомбы кидать можно. Че ты смеешься? Я просто часто играл в War Thunder и прочие игры с самолетами. Мне было очень тяжело сориентироваться, когда бомбы кидать. Когда я не смотрел через специальный отсек. Специальный отсек. Какое ты больное существо. Где ты начинаешь? Отсеком бомбу он кидал, блин. А где ты полетел на 5000 футах? Я лечу, блин, на 1000 футах. Я пытаюсь найти его. Я вот он впереди должен быть. Я вижу вот, другой самолет. Вот, да, поворот речки. Да, все, я знаю, где он, Дим. Я знаю, где он. Лети за мной. Я нашел его. Как обычно. Два поворота речки. Сейчас покажет какой-то, не знаю, какой-то забегаловка там. Макдональдс скажет, это Кремль. Я тебе на самом деле говорю, я знаю, где Кремль. Я лечу за тобой, я тебе верю. Ты далеко? Я не вижу. Я тебе покажу Кремль, вот то Кремль. Правда, ни хрена отсюда не видно, это очень странно, почему не видно. Ты Москва такая большая, может ее уменьшить 3 раза? Бери бомбы. На какой скорости ты летишь? 80. Да? Я на циркозе лечу. На ком? На циркозе? На стрекозе. А я подумал, на цирковой козе, блин. На циркозе это круто. Ну что за циркоза, блин? Что это вообще за бред? Стрекоза, стрекоза, у Димы в голове, стрекоза, за, 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 стрекоза. Кто нашел стенку Кремля? Вот она. Так, а ну не пали, пока. Я ничего не палю, ты просто лети за мной. А что это такое странное? Что это такое? Бля, что это еще на все в песке? Что это за хрень вообще строят тут? Боже, ты хочешь, как будто, блин, Африка какая-то. В песке вся, блин. Машина идет по песку. Это здание, которое слева мы видим. Я вот хочу, сколько крыша, просто забомбили крышу. Что это такое? Разбомбили крышу домику, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я зашел с ума, ла-ла-ла-ла-ла-ла. А, я думал, это корабль. Так, я спускаюсь, сейчас посмотрю на Кремль, я спускаюсь. Давай. Вот он прямо передо мной. Так. Ой, блин, не разбейся только, мы спускаемся. Здесь сейчас просто перегрузка. Это убрал, я так понял, да, типа смерть от перегрузки и прочее. Да, вроде. Я не знаю, я настройки просто, я поставил все, типа, на минимум и не парился. В смысле? Не типа, меня. Управление или графон? Не-не, управление все, чтобы не напрягаться. Да, вот все, я на Кремле, да, это Кремль. А че он какой-то такой корявый? Вот он прям тут, вот сейчас прилетаю. Чувак, ты вообще не узнаешь, он 2D-шный реально. Да, фу, это Кремль. Стоит ли туда лететь?
А может я под мостом пройду? Вот, я пролетаю с левой стороны на небольшом расстоянии. А вот реально половину Москвы 2D-шные. О, блин, а вот парады говно? Здесь идут парады. Какие парады? Ну как какие парады? Что, у меня же какие парады? Ну есть много разных парадов. Гей-парады, допустим. Не знаю, любые парады там проходят. И в городе разрешают парады, тебе проходят. То есть я могу сесть на Кремль? Вова, он задашь, значит, я сяду на Кремль. Давайте я сяду на Кремль. Да-да-да. Это я сяду на него. Стой, не улетай далеко, что я по тебе ориентируюсь. Так, надо МГУ облететь. МГУ сбивает меня, блин. Сука. Сучи, МГУ меня сбивают. Я думал, там людей учат, они ПВО строят. Чувак, ты его даже можешь не заметить. Он такой вообще неприметный, капец. А так может, не на этом, не на Кремле? Может, тебе показалось? Нет, так это Кремль, чувак, да как нет? Это Кремль, это я тебе гарантирую. Там даже стенка видна, как она 2D-шная стена Кремля. А Путина видно? Вот, я лечу, где ты? Я по Кремлю делаю. Там, короче, она видит Ленина. Если Ленина видишь, значит, садимся. Ленина. О, блин, Ленина. Ни хрена себе, а Ленина? Нифига себе у них футбольное поле. Я тоже такое хочу, охренительное футбольное поле около дома. Тебе зачем, если ты не играешь в футбол? Просто так. Блин, в прошлом было охренительно, что чуваки играли, а я типа смотрел через окно и орал. А я типа не смотрел, да? Что? А я типа не смотрел, они бы играли, а я бы не смотрел. Нет, ты видел какое-то, там ты видел какое-то футбольное поле. Там футбольное поле охренительное было. Давай, я летаю над Кремлем, где ты там? Будешь садиться. Я лечу, я еще до МГУ не долетел, которая меня сбила. Я пока по большой дороге лечу. Я дорога точно... Ты хоть видишь меня? Да, я тебя вижу. Как бы сдалека только надпись. Насколько далеко я от тебя? А, нет, тут дистанция не пишут. Бляха, муха. Ну тут прикольно. Странно, что, знаешь, я реально летел в других странах, типа, местах. Там все офигенно, ну типа графон шикарный, все офигенски. А сейчас на максималках вроде бы играю, лечу в Москве, графон просто такой, ну, дорога это просто жесть, как они хреново дороги сделали. Такое чувство, что дорога просто жесть, когда кто-то, блин, говновоз какое-то говно лил по ней, что за дорога? А почему она зелено-коричневая? Не, ну кто-то... чувак, это же симулятор, блин, полетов. Это оно себе, мохом поросло, блин. Так нормально. Чувак, это ж матушка России, ты че, блин? Город так изменился, Аван. Сосны, ели, блин, мох. Москва за последние игры так сильно изменилась. Аж как это, как в Братиславе, да? В этом, в Евротуре. О, я вижу храм Христа Спасителя. Залети, помолись. Нет, Дима, это реальность. В смысле, зеленый мох на траве, ой, на траве, на дороге? Че-то не верю. А чё? Куда ты едешь, псих? Ужас. Чувак, они едут бездорожье, у них дорог нету. Вау, река какая офигенная. Так, ты около Кремля? Вот это прикольно, кстати, сейчас я сделал. Да, это красиво. Вот реально красиво сейчас. А, сейчас упаду. Все равно не разобьешься, у тебя там такой режим, типа ребенок за рулем. Давай я хочу быстрее, я уже, блин, 5 кругов вокруг Кремля навернул. Да блин, я же че могу быстрее лететь? Жди. Там можешь, сколько ты, блин, 50 там этих 90, своих узлов морских летишь. Я смотрю, я очень красивый. Я красивый город рассматриваю. Так и скажи, что ты на катере плывешь ко мне по речке, блин. Я-то думаю, что за хрень, что так долго. Ладно, ребят, а ну подожди, есть вообще какие-то что? Это узлы в чем измеряются? Я думал, что узлы. А наверняка какие-то узлы. Потому что мы оно на английском кнот вроде бы было, а это узел, то есть типа, насколько я понимаю. То есть поливаться это узлы. Ну, на другом самолете было указано. А тут тоже КТС. Кнот, по идее. Ну, я не уверен, так полагаю. Боже, у меня бензин кончается. Ленин уже мне вам говорит, улетает. Блин, псих. Ленин. Да. Вон он там, я вижу.
О, я и Путина вижу, и Ленина, они там... Пьют чай, да? Путина кинули. Ленина чай, даже очень странно. Так, а я лучше храм Святителя облечу. Ты не тронись только храм. А чё, он рядом с... А где ты? Я летаю вокруг тут. Так ты летаешь вокруг храма Спасителя, он чё, рядом с этим? Кремлем? Так вон внизу, Эл. Ты чё, блин? Треугольная такая хрень. Я треугольная. 2D-шная треугольная на земле хрень. Это и есть, блин. Размазанный Кремль или чё? Это как где-то купола. Это и есть Кремль, Эл. Это... Какие же покупала? У тебя на спине, блин, купола. Вот, смотри, вот. Не проклятые. Это Кремль? Какие же покресты? Вот, Кремль. Дом, видишь, центральный? Это Кремль? Это есть, а вот стены. А что там дофига крестов? Ну, это я какой? Точно где же покресты? Где ты крест? Какие? Где ты дофига крестов? Вот, дофига крестов, что мне видишь, там, там миллиард крестов. Что, слепой? Это есть Кремль, Лео. С крестами? Не знаю, что там за кресты, но ну, это что, Кремль. Там... Это Кремль, чувак, так, так он выглядит. А что он с крестами? Я не знаю, почему он в игре так выглядит, но это Кремль. Теперь я понимаю, почему во всех зомби-фильмах типа Россия становится как бы государством именно религиозным. А! А! Я читал даже эту книгу. Да, я могу улетать, я лечу в бизнес-центр. Да, на бизнес. Я в Москву-Сити лечу. Так, Москва-Сити должна быть с той стороны вроде, если я не ошибаюсь. Я ни хрена не знаю. Вот там, по-моему, Москва-Сити. Где Москва-Сити от Кремля, если лететь? На запад? Господа, вроде на запад, да? МГУшку я вижу. А Москва-Сити где? Кто мне скажет, где Москва-Сити? Так человек в Кремль сел, мне одно интересно. Ребят, где бизнес-центр этот Москва-Сити? Где он находится? Это не Кремль, это руина. Я сел на Кремль. Я сел на Кремль. И чё? Что за нахрен? Сел в Кремль. Полетели как-то в Нью-Йорк, и Кремль, точнее, Москва разочаровала. Not bad, not bad, now you. Знаешь, как там прикольно? Теперь в реальности иди посуди его так. Полетели. Да подожди, давай мой... Стой! А ты что, разбился? Я, короче, сел на Кремль вверх ногами, а потом через 2 секунды мне показали, что я разбился. Хрен знает, вроде бы сел нормально. Вот, вероятно, Сити самые большие... Это я понимаю, что Сити самые большие здания. Вы мне направление дайте, пожалуйста, от Кремля на запад. Так, у нас есть выбор. Либо Нью-Йорк, либо Багамы. Куда летим, пацаны? Сейчас я тебе... Да, вот я нашел Сити. Я, конечно, на карте не знаю, где Багамы. Багань. Понятия не имею, где Багамы находятся, поэтому, ребят, если мы не пропишем, не найдем их, придется искать через Google. Я знаю, что они, походу, Багамы по теории в Тихом океане же должны быть. Разве нет? Эй, гохрен, у меня ночь в Москве наступила. Или все-таки Багамы где находятся в Тихом океане, а в Атлантическом океане. Хрен его знает. Давайте посмотрим, ладно, где Багамы находятся, потому что, пацаны... Так, Багамы. Багамские острова. В Атлантическом океане находится около Кубы, понятно. Багамы около Кубы. А где Куба сейчас такая? Не, Куба я знаю, где. Как бы. Куба это не проблема. Так. Давай с Кубы на Багамы. На самых быстрых самолетах. Мы-то Багамы не сможем полюбоваться, там ряд водные надо брать. Блин, так, ну ладно. Давайте. Какая столица у Багам? Столица в Багам. Что ты несешь? Так, с Кубы стартуем. Какие есть... Блин, знать бы еще, какие аэропорты в Кубе. Багамы не показывают, но, блин, и Багамские острова... Сейчас, блин, давайте я открою еще раз Google Map. Я зря закрыл, потому что я их сейчас хрен найду. Они там дофига мелких островов. Багамы именно идут... Это вот это. Вот это острова, походу. Это они. Вот это Багамы. Блин, ты, чувак, только... Тут сесть, хрен где сядешь. Ну вот есть аэропорты в Багамах. Там, по идее,
по идее, мелкие. Ну, смотри, мы можем с Майами лететь в Багамы. Кстати, Куба далеко будет, чувак, в Багамы, на самом деле, лететь. Мы долго будем лететь. Ну, допустим, давайте выберем эту точку от точка вылета. Сколько миль лететь, скажу? Тебя мексиканцы, блин, словят за жопу. 28 миль лететь. Ну, хотя не так много, 28 миль это же мало, да, по сути? Как бы 40 км мы спокойно пролетим. Ну да. Короче, выбирай, Кубы. Это воздухе начинаем. А, это польский вылет. Так, откуда летим или как? Откуда летим? Давай, я не понимаю просто. А, давай от Кубы, потому что с Кубы ближе, мне кажется, чем с Майами. С Майами дальше. А может, давай с Майами, посмотрим на Майами. А сколько там лететь, чувак? Давай с Майами, окей. А, выбирай America Airlines. Не, секунду, не то. Блин. Майами может, выбирай. Точка вылета Майами. ВВП 27. 27 взлетная полоса. Лететь 168... И не Майами просто? 168 миль? 2 часа лететь на этом самолете, блин. Не, чувак, это очень долго. Еще раз, какая полоса? Чувак, забей, мы не долетим там слишком долго. 20 минут лететь на реактивном Боинге. Не-не, забей на Майами, это очень... Можно, конечно, на верхнюю часть... А ну, выберем сейчас, стой. Удалить прибытие. На верхнюю часть полетим просто. Вот если сюда полетим. Не, чувак, давай лучше с Кубы, она ближе. Мы не долетим, просто очень долго лететь придется. Почти 100 миль преодолеть, ты прикалываешься? А с Кубы, блин, не намного ближе, что ты понимаешь. Ладно, давай с Насау. 32 миль. Где Насау находится? А, прямо около Багам. Там, где пираты пиратствовали, еще не знаешь, порт Насау, ты че? Ты не пират. Не, ну тут дофига, ты чувак, тут дофига мелких островов, какой из них именно? Прямо под Майами идет, Багамские острова. Справа от Багамских островов Насау, маленький такой. Там еще аэропорт есть, Насау. Ну, я пропишу Насау, ДБКВС. Я так и делаю, что я так хрен его найду. С двумя С? Угу. Насау. Надо взять ряд водный самолет какой-то. Так, какой из них водный, еще бы я знал. Ряд, кто из них на воду садится? Блин. А я не знаю, кто водный. Но у них должны быть такие бочки, а не колеса. Но у всех колеса. Вот этот может быть водным. Я не уверен, эти штуки могут быть как для воды. Капец. Говорят, нет гидропланов, никто на воду не сядет. Не, возможно, гидропланы есть, просто гидропланы, возможно, в DLC, в магазинах. Тут же куча всяких еще DLC-шек есть, типа платных. Может, там самолет есть? Может, только тут рейсов летит разных. Так, тут что-то в Насау стартуем. Я вылетаю с Насау с 28-й дорожки. 28-я дорожка Насау. Летим в Багамы. За мной полетишь, короче. Тут всего лететь фигня. 32 мили, 14 минут. Я взял самолет, желательно, который довольно медленный. Я взял, короче, JMB Aircraft. Полетели. Еще раз, какой-то взял JRBBM. JMB Aircraft BM 130 узлов ты взял, да? Да. Тут все равно лететь 7 минут до точки. Давай. Говорят, красивые очень будут места. То есть я брал поэтому не быстрый самолет. Потому что я говорил на реактивных, а это потом, ну хрен посмотришь на... Я бы вообще брал тот самолет, на котором я летел в Москве. Так прикольно лететь на нем. Я просто пролетал около домов, над домами, между домами. А потом МГУ меня сбило. Над домами, между домами, в домах, через стекла, как сильно. Какой ты, знаешь, напрямик пролетал. Так клево было, чуваки. Так бы в реальности, да, пролетел. Так, взлетаем. Взлетаем, давай. Боже, он такой мерзкий по виду. Самолет. Боже, что он так трясется?
похоже, это змея, не самолет. А что так далеко показано, что у меня капец далеко? Я в воздухе опять начал. Я не когда функция включена, что я в воздухе начинаю. Ты, короче, взлетал, а потом не... Ты, походу, вырубил функцию для... А я что-то не понял, куда лететь? Почему точки нету? Идем, идем, за мной лети просто. Я тебя даже не вижу, чтобы ты понимал. Боже, самолет... Самолет жесткий какой-то вообще. Ух. А мы не грохнемся? Ну хотя я лечу, ладно, я лечу вроде, вроде ровно. Вот, я полетел. За мной. Насао раньше был пиратским приютом. Я тебя не вижу даже, где ты там? Серьезно, не видишь меня? Я не вижу. Ну я лечу, я лечу примерно в ту сторону, я по карте просто ориентируюсь. На Норд, но у меня точки нет. Насао, если вылетаешь на тройку, типа Норд 3. 3 часа, короче. Не, ну это... Не, типа, не, не, часы, я лечу, это... я по карте ориентируюсь. Что? Нам на остров тут надо... Чувак, а что это за разметки? 3, 6, 12, ты знаешь? Вообще без понятия. Почему их 36, по сути? Чувак, это часовые пояса, 36 часовых поясов. Окей. Понимаешь, день просто увеличился за это время, пока... Вот, с 2020 года, по то время, когда эта игра была создана. Ой, не создана, точнее, когда... Ну, короче, мы сейчас в будущем играем. Короче, я не знаю, даже... А, тут 34 градуса. Ну, ладно, тут градусы сверху указаны. Правильно, там значит, входит... в общем, 36 градусов, но... Что за 33, я так и не понял. Ну, а, 30, наверное, имеется в виду. А, понял, это 30, 60, 120, 150. Короче, они просто ноль заполенились дописать, якобы, чтобы оно влезло. И поэтому это просто сокращенная тема. Так, у меня 90 узлов. У меня 102. Блин, пацаны, ну полет сам будет не очень интересный. 7 минут мы летим над водой. О, давай кто ниже над морем сможет пролететь. Чувак, а ты не боишься, что там касатка-убийца прыгнет и съест нас? Не боюсь, я лечу над самым морем. Догоняй меня, братишка. Чувак, а как ты знаешь, что мы не торнемся в воду? Я вообще не понимаю, как высоко мы. Я не чувствую высоты. Да не дрейф ты, маленькая белка. Оно сейчас голубое, это жесть. Ничего, мы сейчас ты волну увидишь. Ты волну увидишь, не парься, все будет. Какие волны, оно гладь. Никаких волн нету. Не-не-не, там есть, вот рябь есть. Видишь рябь? Пускайся. А, да-да-да, есть. Фу, рябь есть. Слава богу. Так, а ну погода. Стой. Значит, я все исправлю. Так неинтересно. Сейчас мы сделаем. Шторм давай нам. Да, давай нам шторм, так будет интереснее. Пам-парам. Пара-пам-пам-пам. Папа. Да не боись, моя, не боись. Ой, блин, скорость. Все за нахрен, сейчас вы... Че у меня сбоку самолет показывают, они... И тут Посейдон. А что за хрень, че у меня сбоку камера показывает? Покажи мне нормально. А, есть одна проблема. Я из-за туч даже не знаю, ли мы правильно летим. Да ладно, ты тучи... Зато я вижу воду офигенно. Вот, сейчас, это, сейчас я рублю, стойте. Давайте вырубим нахрен грозу эту. Так, лучше... Это точно вода? Это, по-моему, жидкий, этот, как его... Кисель. Ртуть. Ртуть это, чувак, это ртуть, я точно тебе говорю. Нет, это слишком, о, слишком так угрюмо, лучше так разбросано. Вот так красивее. Вот, о, это прям, блин, я вспоминаю флешбеки, когда... Как бы война со Вьетнамом, с Японией была. Япония во Второй мировой с Америкой сражалась. Да как ты дуришь, ты со Вьетнама помнишь флешбеки? Да вообще, у Вьетнама было много самолетов, там все самолеты почти, которые участвовали в сражениях, это были американские и советские. Ну так, блин. Братишка, а братишка, лечу я над водичкой. Ой, блин, над водичкой. Красиво, кстати, реально красиво. Но я бы не хотел кататься вот здесь на лодке. Дорогие, низко лечу. На лодке видно хотя бы. 400 футов, псих.
тебе говорю, какие ты убийцы плавают. Я сейчас сотку спущу. Сейчас тебя касатка схватит за хвост. Вот. Чувак, сейчас сотка будет, смотри. Да я не могу смотреть. Чувак, если я посмотрю на тебя, я сдохну, ты понимаешь или нет? Так, 300 футов, спускаемся. 200. Ой, нет, стоит 300. Боже, как красиво! Я кита вижу! Офигеть, я красиво! Да, вот! Чё, уже видишь медуз там, типа, скатов, да? В смысле? У меня пока что только что опустился на минус 30 футов над уровнем воды. Чувак, я еще ниже, я уже вообще так я чекаю почти карасиком. Ты уже Джаки в кусто, понятно. Ой, блин, а чё у меня такой туман какой-то появился, непонятно. Это вода, чувак, это вода. А что ты мне рассказываешь, блин, не дури. Родимый, я смущусь, я просто, я на него смотрю, я как бы из этого... Боюсь, он смотрит, не, боится. Не, я брать не могу, потому что у меня камера на бока, ряд перегрузки будет сейчас. Давайте скорость, наверное, уменьшу. Эй, а чё эти циферки так тупо обманывают меня? Они 100 футов сбросили мне за раз. А сколько фут? Это выходит в 3 раза меньше, чем метр фут, да? А я в воде утоплюсь, я, как думаешь? Или я черкну и ты, ничего не будет? Нет, своими настройками ты можешь под воду идти и исследовать Марианскую впадину в Тихом океане. Вы бы галактическая можешь лететь туда. Я пытаюсь черкнуть. Блин, сука, я боюсь просто ниже спускаться. Чего ты боишься? У тебя нет ни перегрузок, у тебя нет смерти. Ты, блин, разбился в этих... в Гималаях и полетел дальше все. Нет, я боюсь, что я просто потом взлететь надо будет заново. Чувак, а мы точно правильно летим? Что-то не понимаю. Я не вижу. 7 минут полета, мы уже летим дальше. Я скажу тебе, или мы правильно летим. У меня же есть карта. Я ж не лузер без карты лететь. Так, карта мне говорит. Мы идеально летим. Скоро будем, братишка. Блин, как офигенно я лечу. Посмотри на это. Посмотри, я не могу ее разобьюсь, я сам лечу 200 футов. Давай кто ниже, давай. Кто, попробуй. Только если я разобьюсь, это кранты всем. А если ты разобьюсь, все фиолетовые. Я тоже, если я разобьюсь, ничего, я ничего не вижу, я с воды уже никак не взлечу. Этот самолет же не плавает. Я боюсь больше сотки опускаться. Как это называется, бреющий полет или как? Блин, сбривающий все, блин. В 90 футов, а ну сколько ты попустился? Слабачок. Ах ты, меня, сучара. Меня уже кит может кусануть. 10 футов, блин, мне ладно. Да, 10, ну, я 60 опустился. 50. Ха-ха-ха! 40 почти, 45 футов. Чувак, я в воду ударился! И что? Ничего, меня отрикошетило и кинуло в небо. Офигенно! У меня 40 футов я лечу. Не, на самом деле ты не разобьешься, если до воды дотронешься. Тебя подбросят просто. Да я тебя подбросил, у тебя настройки. У меня нахрен винт сломает, кит схватит и касатка утащит вниз. Да не бреешь! Меня схватит кит, а утащит касатка. Че, голодные что ли там водятся? А! Десятка, Лаван! Ну я все, пацаны, короче. Королевская мать, все, я взлетаю. Цикот, значит, не разбился. Слабак, сделал бы один футов, тогда бы тебя... 15 футов сделал. Я 15 футов сделал. Сделал бы один, летели бы заново. Нет, так ты если бы сделал, не летели бы. Тебя бы все уважали, понимаешь? Зауважали просто, капец бы как. Сказали, блин, нет лучшего человека на свете, чем Димон, сделавший 10 футов. Ну ищи такого же сумасшедшего больше. Я говорю, полоскай ноги. Мне ногу оторвет, если я воду засуду. Я вот одно не понимаю. У меня пишет, что я 230 футов лечу над водой, но моя тень прям подо мной. Ты тень видишь, что я лечу? Да, у меня тень прямо вообще. Мне надо вырваться, потому что я разобьюсь, если посмотрю на тебя. У меня реально, чтобы ты понимал, тень... Ты у меня жак и в кусто.
Для меня минус 58 футов. А у меня 200 пишешь, я на 200 лечу, понимаешь? Вот, я сел на воду, смотри. Вот я по воде только что черкнул. И у меня 240 пишешь. С твоими настройками ты можешь где угодно летать. Фиолетово вообще, плевать. Мне кажется, мы как медленно летим. Опа, что за звук? Еще звонит Трамп. Рыба. И вы нырнула, твою мать, рыба. Я посмотрел, короче, на тебя, когда ты летел минус 60 футов, и там чуваки в чате написали «Respect плюс». Как GTA-шки. Ну так, блин, зауважали, молодцы. Я старался, пацаны. Блин, точно мы летим куда надо? Я не понимаю, там 7 минут полета писали, мы уже летим с тобой минут 10, наверное. Ну, если бы мы летели, а не, блин, пытались водичку потрогать. Я пытался... Ты чем пытался потрогать водичку? Как бы самым длинным инструментом в наличии, который у меня есть. Молодец, братишка. Да, включи шторм. Может, включи шторм? Да, включи шторм, реально. Давай. Так же я выровняю самолет и включу шторм. Хэббит, Назар, ты вообще умереть не можешь. Говорит, типа... Вот поэтому и интересно, сможешь ли ты умереть. А! Это шторм. А где он? Это шторм? Да. А где он? У меня вообще ничего нету. Я вообще, блин, у меня такое впечатление, как будто я в раю. Да, ты красивый, кстати. Ааа, сука, нет! Чувак, это шторм? Типа да. Почему я Годзиллу вижу? Может, какие-то молнии тут бьют. А молния может в самолет попасть? Может, еще раз забрал? А смотри, есть погода. Реальная погода чистая. Ладно, я разорванная жесткая. Чувак, это был полтергейст, мы бермудский треугольник пролетели просто. Мы недалеко от него. А где бермудский треугольник? В Атлантическом океане, походу, где-то здесь, недалеко от нас должно быть. Только справа, походу, восточнее от нас, выше. Если не ошибаюсь. Хрен его знает. Я когда-то давно еще интересовался, где, но я уже ни хрена не помню. Их же два, по-моему, да, бермудских или один? Да, бермудский треугольник и бермудский квадрат, как бы. Да нет, ну я имею в виду, что... Ну, серьезно, бермудский треугольник и бермудский квадрат. Это же типа магнитные полюса. Да блин, ты псих ненормальный, я с тебя говорю, что это типа... Какие магнитные полюса? Ты шизоид. Да не шизоид, но из-за чего говорят, ну типа, говорят, что бермудский треугольник корабли пропадают, что там магнитное сильное притяжение, типа, и корабли поэтому тонут. Что за хрень ты несешь? Магнитные полюса находятся один... Они, не те полюсы, ты не понял, не магнитный полюс Земли, а я имею в виду, что магнитное, типа, ну сильное, короче, магнитное там притяжение. Короче, понял, там злобный капитан Крюк кинул огромный магнит. Какой же был капитан Крюк, блин? Что ты еще расскажешь, где живет кровавая дама или... Динамики убийцы или... О чем еще расскажешь? Эльфы. Про эльфы могу рассказать. Ирландских эльфов знаешь? Один из них Макгрегор. Я так и знал, что ты скажешь. Я был уверен. Ладно, исландских эльфов знаешь? Хорошо, ирландских нету, согласен. Исландских, а вот исландских знаешь? В смысле нет, исландские эльфы же не знаешь, что там у них там есть, поверишь, эльфы всякие в Исландии живут, типа. Чё, блин? Чувак, мы точно прилетим куда-то? Я уже не уверен, я ничего не вижу спереди. Мы, походу, умрем. Чувак, я уже давно над островом летаю, ты где вообще? Чё, блин? Ты куда полетел? Я над островом уже давно, я уже давно прилетел, а ты... Я уже почти весь остров облетел. Надо, серьезно? С одной стороны. Да. Ты куда вообще полетел, а? Я так не знаю. А куда у меня... Почему у меня точка показана? Сейчас, жди, я не понимаю, что происходит.
Я бы с тобой не полетел, ты опасный. А как куда вот тебя... со мной бы на моем бессмертном самолете я бы полетел. А куда я лечу? Чувак, разве это не прикольно, бессмертный самолет? А куда я вообще лечу? Ну, понятно. А почему у меня точка в другую сторону показывает? Ёкарный бабай! Шизоид! Ай ты шизоид, ты куда полетел, шизоид? А что за бред? Почему эта точка показывает? Пацаны, я понял, я шизиком летаю. Сбрендил, короче, полетел. А что за хрень? Почему у меня путь показан в другую сторону? Подожди, не знаю, но ты можешь просто по вокруг земли летать рано или поздно. Это думаю, когда я лечу, блин. Чувак, летай вокруг земли, ты рано или поздно сюда прилетишь, гарантирую. Может, пару тысяч раз навернешь. Чувак, а что за бред? Я поставил точку прибытия на... сраные... Ладно, есть два варианта. Первое, ты нам врешь, но поскольку этого не может быть, значит, ты эльфа все намутили. Ты же врать нам не можешь. Значит, по-любому эльфа. Короче, походу, плоскоземельцы были правы. А что есть красивого, кстати? Я так не понимаю. Болото да болото. Ну, точно, я сейчас запутался уже вообще, куда мы летим. Димон, на Марс лети, на Марс. Вверх, упарись вверх до этого. Не, стой, я ничего не понимаю. Мы откуда вылетели? Ну, это Куба же, я правильно понимаю? Да, это Куба. То есть это Куба, а остров... Куба, Куба, Куба. Не, это Куба. А, бля, искал. Да, все правильно, нам сюда надо лететь. Нам сюда, это Куба. Ну пацаны, все, пацаны говорят, да все понятно, ты в Бермудский треугольник тебя засосал. Так ты не прилетел просто. Куда надо, ты не прилетел куда надо. В смысле, как? Я же прилетел. Как не прилетел? Ладно, я посмотрю, может ты прилетел, может ты прилетел сюда. Ладно, погнали на максимальной скорости. Все, пацаны, я лечу в этот раз. Меня не окурили. Ну я нахожусь на... Ну я на этом... Он должен большой такой остров быть, там есть рядом маленький. Да. С маленьким мы стартовали. Ладно, ускоряемся. В смысле, какой маленький с рядом? Ты, походу, с каким-то болотом летаешь, бесполезно. А ты куда полетел тогда? Я не знаю, меня вообще куда-то в Майами, блин, понесло. Чувак, мы вообще такие с твоей профессионалы, я тебе скажу. Меня в Майами понесло, блин, какого-то хрена. Путешествие от бога. Так я не знаю, я поставил, блин, мать его, Багамы, странные Багамы, а полетел в Майами. Это, блин, в кошмарном сне. Летишь, блин, отдыхать на Багамы, а оказываешься в Братиславе из Евротура. Я сейчас на Багамах летаю вот. Я сейчас на Багамах. Ладно, летим пока сюда. Багамы это такой небольшой, это с Кубы вверх этот островок, я на нем и тусуюсь сейчас. Но тут ничего прям крутого нет, я тебе скажу. В смысле, вообще с Кубы не понимаю, островок прикол. Вверх? Ну вот Куба это... и ты летишь секунду. Между... Короче, Куба, между смотри, Майами и видишь Кубой. Видишь Майами, там типа Америка, да? Да. А ниже, прям ниже над Майами, это огромный кусок, это Куба огромная. А Багамы, ну, да, они правее от Майами, они под, как да, бы правее. Между Майами такая? И Кубой. Ну, грубо говоря, между тоже Майами большая и Кубой. Довольно Багамы. Да, но я тут летаю сейчас. Вот я на этом острове. Но тут ни хрена нету красивого. Тут какие-то озера, какие-то болота, дома застроены. Ну как бы, блин. Я бы не сказал, что прям капец красиво. Ну как бы, блин, да. Жизнь идет. А может туда ниже лететь? Ну сейчас я спущусь в самый низ. А, тут тебе привет передают, кстати. Чё? Они поют Кумбая? Да. Кумбая, мы ждем Даркраша, чтобы вручить ему бананас. А то женщины поют? Нет, мужики, чувак, ты Таиланд. Если женщина хотят вручить бананы, то что ты в Таиланд прилетел? Тебе мужики хотят вручить, чувак. Не женщины, забудь о женщинах. Нет женщин, тут мужики только. О, я вижу, нет, секунду, это я вижу остров. Там, откуда я вылетел. Я только возвращаюсь обратно. Ужас. О, я что-то нашел здесь прикольное. А, так видно было сдалека даже, ёкарный бабай. Ладно. Ты точно сейчас летишь куда надо? Наверное. Ты в Мексику полетел. Ты в Мексику, может, полетел. Все нормально, чувак.
Я не ошибусь дважды. Я просто спрашиваю. Да переживаю за тебя, да ты хрен потеряешься. Самое интересное, я же видел самолет 7 минут. Я лечу в другую сторону, а ты, блин, даже... Ты даже не видел, что я в другую сторону тебя отдаляюсь. А я не вижу тебя вообще на карте. Я тебя не вижу на карте. Как я? Что я могу тебе помочь? Я бы видел, я бы тебе кричал, что ты, блин, кумбая летишь. А так, блин, если я тебя не вижу, я ничего не могу сделать. Радиополитену болит, там жить красиво. Давайте до Багамда летим, блин. Я уже заблудился. Сейчас Димон в тайгу прилетит, ждите. Полетел на Багаме, на Багаме прилетит в тайгу. Как же это вышло? Блин. О, давай в Антарктиду полетим. Хорошая идея, в Антарктиду. На... Нет, давай в Арктику лучше. В Арктику. Во. А где холоднее, в Антарктиде или в Арктике? В Арктике. В Арктику летим, все, решено. Не, холоднее в Антарктиде. В Антарктиде или в Арктике? В Антарктиде, конечно же. Где больше снежного покрытия, там и холоднее. Все очень просто. А где больше снежного покрытия? В Антарктиде. Там самые рекордные минусовые температуры. Или в Арктике? Нет. В Арктику со штормом. Так, ну мы сейчас пролетаем, а тут вылетели. А ну, я посмотрю. Я точно сориентировался? Чувак, ты летаешь не там, ты не на Багамах. Ты не можешь быть на так Багамах. Так как на Багамах я летаю? Ты ну, не на Багамах, наркоман. Как ты можешь быть на Багамах? На Багамах я... Ты не на Багамах. Я по карте ориентируюсь. Лошак, блин, он думает, что Багамы. Вот Багамы. Лошак летает на этом острове сейчас. Он не может быть на Багамах, потому что, видите, я... это же я лечу, да? Это же я. Да, это же я. Значит, он не может быть на Багамах никак. Если он находится левее, он находится вот здесь. Он летает на этой хреновине. Идем, блин, географ номер два. Я географ номер один, ты географ номер два. Сейчас, я походу около тебя должен быть. Ты нифига не на Багамах. А ты, может быть, около меня? Не, я на каком-то мелком сейчас островке был только что. Идем, идем сейчас за мной, тебя поведу. Это не Багамы, чувак, это ты летаешь на САУ. Откуда я вылез? Два великих пилота, блин. Так я с Багам вылетел, значит. Я летел на Багамы, вылетел с Багамы. Я полетел на Багамы. Чувак, все, короче, блин. Он ржал с меня. А сам гений летал на САУ. Я не в ту сторону, походу, вылетел. Я поставил место прилета и отлета не туда. Я-то думаю, что-то некрасиво ни хрена. Ну, блин, типа, поставил ты правильно маленький остров, маленький остров. Чувак, ты долго ржался меня, пока я не понял, где ты. Полетели за, ну, за мной. Я же тебе говорю, ты на САУ. Багамы... Я тебя не вижу за тобой. Куда смотри, за тобой на карте Багамы это то, что около на САУ большой. Я вижу, это остров, с которого я вылетел. Да, а Куба это ниже, еще больше. Я поэтому переспросил. Я просто так и понял, что ты находишься не там. Ты бы не успел до Багам долететь. Там, где ты находишься, очень странно. Я был на Багамах. Чувак, я был на Багамах, понимаешь? Я вылетел оттуда. Я короче, вместо прилета и отлета неправильно поставил. Короче, видишь, я палец в Бермудский. Ты говорил, есть два места. Есть Бермудский треугольник, есть Бермудский квадрат. Но я палец в Бермудский квадрат просто. Это все объясняет. Блин, Насау — это и Багамские острова. Да, но это не Багамы. Багамы — это рядом. Насау — это Насау. Ну, короче, просто это, понимаешь, он не хочет быть одним, короче, этим географом, он хочет тебе друга. Ну, он нет, пусть, да, выходит, я на Багамах уже был, потому что я с на САУ взлетел. Значит, все, значит, мы не географы, нет. Чувак, я тоже был на Багамах. Я хочу именно основные Багамы. Что это за Насау? Насау это, блин, это порт, блин, Насау, где пираты жили. Нам не интересно. Хочешь сказать, что это некрасивый остров? Я не видел его. Тебя сейчас насайщики закопают. Не, на самом деле он некрасивый. Не, ну он неплохой, короче, так скажу. Он не то, что, блин, некрасивый, просто... Сука, ну это остров с водой. Вокруг вода, какие-то дома, блин. Сложно сказать. И тут, блин, ответвление сделано, непонятно для чего. Соль они что ли собирают здесь? Что вообще такое? Или тут виллы какие-то строят? Ой, блин, а куда я лечу? Стоять.
Какая разница? Для тебя все Багамы. Оба, походу, Багамы. Нет, не может быть, ты Багамы. Или это Багамы? А ну, я что-то запутался. Не. Полетели. Или это они? Рад на Боинге полететь в Антарктиду в следующий раз. Предлагаю. Да, я тоже предлагаю, наверное, в Антарктиду. Или в Арктику, без разницы куда. Там, где холодно, и там, где пингвины. Пингвинов в Арктике нет. Неважно. Куда-нибудь полететь, где холодно. Ну, есть только вроде бы в Африке и... И в этом, и в Антарктиде. В Африке они такие странные. Африканские пингвины напали на Землю. Есть или в... В этом, Новой Зеландии, я уже не помню. Короче, точно не помню. Они такие черные. В Новой Гренландии есть, точно тебе говорю. Блин, нет, чувак, это не тот остров. Надо дальше лететь. А мы точно долетим? Я, блин, не перепутал все нахрен. Чертям. Не, все правильно. Короче, либо я мистер навигатор. Это очень высокая вероятность. Говорят, Новая Зеландия и Австралия с пингвинами, в Африке их нет. Ну, может быть, да, может, я перепутал. Я помню, что есть они где-то еще, как бы на севернее Антарктиды. Да мы географы, чувак. Мы географы с тобой просто. Кто там спорит? В Африке есть пингвины, в Сахаре живут. Вы что, не в курсах? Сахарский пингвин называется. Или сахарный его еще называют местные. Ой, блин. Блин, чего самолет не слушается меня? Я как будто какой-то наркоман летит. Ну самолет, блин, сука, слушайся! Блин, так далеко лететь, чувак, 7 минут говорили. Мы, сука, с тобой уже полчаса летим. И не можем прилететь. 7 минут говорили. Ладно, я сейчас нырну под воду. Можно было быстрый самолет брать. Away. Барана путь. Давай лети. Блин, я, короче, сделаю супер приземление на воду. Экстренная посадка. Да, даже не думай. Запросто это сделаю. Чувак, а мы точно долетим? Я что-то не верю, что 7 минут. Так это лажа 7 минут. Это дичка какая-то. Сколько там миль было, пацаны? Там было 20 миль. Я 20 миль должен преодолеть по теории за 10 минут. Сколько-то 7 минут это норм. Что за дичь происходит? Почему мы еще до сих пор летим? Ты там рассказываешь, блядь, сказки. Лети просто. Лети, чувак. Уже не имеет значения, куда ты прилетишь. Ты просто лети себе. Ладно, ставим так, чтобы это было проще ориентироваться. Мне надо было GPS, как бы это, чтобы проводил меня. Дима, ты же не в ту сторону летел так долго. Да не в этом дело. Я долетел всего лишь до сюда. То есть, типа, по сути, все, что я летел, это если бы я летел в правильную сторону, я бы так сейчас это был примерно на Багамских островах. Ну, на Багамах. А ты где сейчас, далеко от Багамских островов? Да я только на том острове, на котором ты летал, и говорил, что ты на Багамах. Мы на Багамах были уже. Это считается. Нет. Багамы это тот остров, а это хрен знает что. А, значит, я даже открою, пока мы летим, давайте я открою, читаю. Разобьешься. Сейчас он еще и разобьется, пацаны. Так, оно не каркай. Разобьешься, если ты сейчас пойдешь гуглить. Такой, открой, пока я почитаю книжечку, пока мой самолетик летит. Ой, блин, куда-то я не вылетаю.
Ну, по сути, Багамские острова, а, это да, все да, входит и... сюда. То есть Багамы, ну, да, именно... все Багамы. Не, это Багамские острова, а Багамы именно, это только сейчас мы летим. Мы именно летим на Багамы. А Багамские острова это Нассау и даже вот эти прочая мелкая дичка. Это все, это вся херня, это тоже Багамские острова. Но Багамы это именно куда мы летим. Нам нахрена острова Багамские? А сколько топлива осталось? А хрен его знает. Топливо, блин. Топливо, шмопливо. Кому нужно ваше топливо? О, мне метка, знаешь, куда пока смена? Мне на Эверест надо лететь отсюда. На Эверест? На твоем самолете? Может быть, завтра прилетишь? Нет, какой завтра? Ты не успеешь прилететь. Мне говорят 9000 километров. Ну. Девяточка, ты даже на самом крутом самолете в игре не долетишь. А, ну тут, если быть точным, тут идет 4348, а там 1,8, по-моему, да? Расстояние, или 1,7, что-то такое. Не понимаю, сейчас вообще ну, 8 тысяч. Ну, у меня пишет до точки, куда мне надо лететь, это, я так понимаю, Эверест у меня стоит точка. У меня 4448 миль пишет. Расстояние до... Ну, на этом пролетел точки. Бы. На большом пролетел, как бы, если у тебя был большой самый... Может быть, даже впритык, самый притык. Нет, ты бы спокойно долетел, там 8600 километров у него дальность. Ну, а тут миль. 4349. Ну, а 3400, там, ну, сколько, 3049, говоришь? Такая миля всего 1,6. Морская миля 1,8. А там же не морские мили у тебя. Наверное, сухопутные. Хрен его знает. Воздушные какие-то, блин, что-то такое. Она странно очень считает. Марсианские мили, блин. Чувак, мы очень долго будем лететь, я чувствую. Я ж пролетел оттуда, дотуда. Ну, не знаю. Я был на Багамах. То есть я заправил самолет топливом, заплатил за экскурсию, из Багам полетел на Багамы. Но при этом меня киданули, по-моему. Нет, ты полетел с Багам на Багамские острова. Ну, вот короче, да, но суть в том... Да, блин, какая раз суть-то одна, что большая, я... Большая, ты в Насау прилетел. Это же самое, так я не об какая этом разница, говорю. Жить в Москве, блин, или в Сибири, нахрен. Я подожду, пока ты закончишь, потом скажу. Я говорю, что я заплатил, Россия? Чтобы полететь в Багамы, а полетел с Багам на, блин, на Багамы и опять возвращаюсь на другой остров. Нет, ты с Москвы прилетел в Сибирь. И что? Ну, как бы разница есть, есть. Ты говоришь, что нет разницы, я говорю, что есть разница. Ты что, траву там куришь, блин, за штурвалом? Ты не понимаешь ничего элементарного. Ты ничего не понимаешь, ты что так высоко поднялся? А ну к воде. Спуститься, детка. С кем говоришь? Кем? У меня стюардесски две в моем... Стюардесски, блин. Максимум крыски лариски. Ну ты этих своих там не это, не рекламируй. Не рекламе. Ты знаешь, мы уже научились, нам не хватило, чтобы обучиться летать. Еще и на Багамы сяду. Еще примерно понадобится пару лет, чтобы выучить карты. Потому что пока мы как-то просто на шару летаем. Ну давай туда полетим, давай. Да, да. Если бы ты бы работал где-то в авиации и так тоже бы летал, я думаю, долго бы ты там не работал. Я до сих пор работаю в авиации. Что ты скажешь, я вожу Боинг, у меня есть мой личный Боинг, я вожу его. И скажи мне, просто скажи мне, какая такая убыточная фирма, чтобы я, во-первых, знал, кто теряет бешеные убытки, а во-вторых, чтобы я мог поржать с них. И в-третьих, знал, кому нельзя садиться. Боинг Airline. Ладно, лучше. Это будет шутка Dota, Tiny Airline фирма называется. Ну, он не понял. Только истинные задроты поймут. Лети, моя карцерная бляшанка. Я говорю, по факту это Google карта на самолете. Вообще прикалываетесь, какая нахрен Google карта. Это все в 3D. Ну не все, на большинство. Не, не, ну по сути, как бы, блин, да, Google карты тоже, если человечка ставишь, там 3D объекты можно смотреть с камеры, двигаться. Ну мы пролетели 1/3 пути. Знаешь, жалко, что мы не летим на каком-то аэробусе под 300.
Страшно, что ли, будет Fall Guys? Я не знаю, ребят, насчет Fall Guys. Но надо будет докачаться до конца хотя бы сезона. Там ребята предлагают тебе все-таки переназвать свои летные корпорацию на Kenny Airline. В смысле? Ну, типа Кенни, знаешь, он всегда разбивается, взрывается, что никогда не долетаешь до места. И вот и слоган себе сделать. Мы никогда не подведем вас. Не подвезем вас к месту. Вот так. Мы никогда не подвезем вас к месту. Как ускориться? И не умереть. ДПшность просто и все. А можно покрасить ДПшцы? Писали, что якобы можно, но не знаю как. Я в Муян лечу. Сносит ветром... Кому? Муян. Мяу-мяу. Боже, я подумал, блин, мужским половым органом летишь, блин, чё? Чему? Дурак. Ты реально дурак. Я подумал, что ты такое сказал. Я подумал, к чему ты летишь? А ты какой-то Муям или что ты там сказал? Дурак, а... Мозг с орешек. Там такой. Говоришь какие-то гадости непонятные. Обзываешься, вуалируешь какие-то непонятные слова. Летит каким-то там мужикам, бля. Я тебе говорил, что на острове тебя мужики будут встречать с бананами. Ну блин, чувак, ну я так перевозбуждаться. Ну чё, встретят ты чё с этим? Да ничего, я тоже говорю, что ты так перевозбудился. Лечу к нему. О, я что-то вижу впереди. Я уже подлетаю. Почему я тебя на карте не вижу? Не могу врубиться. Ты летишь опять хрен знает куда. Ты куда подлетаешь? Ты вообще находишься с другой стороны. Он, походу, полетел куда-то, блин... А, секунду, Муяб? Я в Муян лечу, а ты в Муяб, походу, летишь. Лети в Муян. Я рандомно вообще лечу. Я понял уже. Чувак, я только полпути пробежал. Я... Писала 7 минут, они обманывают. Что за бред? Это не 7 минут. Это ни хрена не 7 минут. Я умею считать. Опа! А что за сейсмическая активность? Чё? Ну, камон, блин. Сейсмическая активность. Я тебе говорю, на карту посмотри, пока же землетрясение было. Мы что-то можем увидеть в реальности? Не знаю, но я вижу, что просто вот какие-то землетрясения показывают, где было. Это, походу, по доктору про тени Айрана услышали. Не, тебе серьезно говорю, можем полететь посмотреть, вдруг там, блин, сейчас развалины такие. Полететь мы туда долетим до завтра, дай бог. Не, долетим. А посмотри, цунами увидишь или нет, сейчас пойдет цунами тогда, если там было рядом. А где этот цунами? Я по карте сориентируюсь, как мне туда попасть-то? Оно, блин, от меня за, не знаю, за 500 миль, наверное. Нет, ты слишком медленно летишь, у меня самолет не выдерживает. Больше, у меня желтый, видите? Я не хочу перегрузку получить. Чувак, ты можешь на красном даже летать. О, а смотри, на Багамах даже цвет воды лучше. Он голубой, а не синий. Угу, и масло у соседа вкуснее. Бананы слаще. И носки не дырявые, да? На носках никто не ходит. Какие носки, блин, когда у тебя там жара такая, что, блин, ноги отпадают. То есть, подожди, то есть, если ты наденешь носки, то жара не, типа, это как-то повлияет, да? В смысле, да, так ноги будут вонючие, знаешь, какие, когда в жару одеваешь носки. Вообще, о чем говорим с тобой? Не знаю. Я долетел, наконец-то я вижу сейчас. Как я долетел? Ты не мог долететь, не ври мне, сука. Ты наркоман, ты летаешь какой-то, блин, 2 километра, блин. Ты плывешь, что ли, на лодке? Как можно так медленно летать, я не понимаю. Ты сколько? Смотри, какой? У тебя походу, не как у меня. Беленький. Это ты, Бэр. Они все беленькие, чувак. Ни хрена не все есть желтенькие еще. Беленькие и синенькие есть, не ври. У меня беленькие, короче. Мама сказала, что это лучший самолет, чтобы я его всегда брал. Беленький — это друг, куда ты ходишь. Короче, 130, он у него, вот я сейчас лечу, чтобы ты понимал, я сейчас лечу 140. Это желтая линия, я не боюсь.
У меня до красной 160, но я до красной не разгоняюсь. Я даже ты, у тебя вырублены настройки перегрузок и прочего. Ты можешь вообще под водой лететь даже. И тебе похрен, потому что ты поставил сложность, ты ребенок за штурвалом, блин. Обезьяна управляет самолетом. Во-первых, понтуется, я 190 лечу, 2000 км в секунду лечу. Конечно, ты можешь лететь. Во-первых, под водой лететь нельзя, это раз. Что бы ты ни поставил, ты не полетишь, ты разобьешься под водой. Во-вторых, на желтом летать можно, не будет у тебя перегрузки. Вот на красном будет перегрузка. На желтом можешь спокойно лететь. Если я разрублю ее, она только меня убьет, а не тебя. Я ж боженька, чувак, ты что, забыл, что ли? Играешь на детской сложности. Знаешь, детская сложность, детская сложность. Я почему Яня? Ну Яня, опять летит какие-то, блин, собака. Где там встретила три мужика? Ну и встретят, ты че? Какой-то не знаю. Да, ты встретили, и все. Ты гомофоб. Ну встретят, ты че дальше? Выпьем пивка с ним. Не знаю. Поиграем в бильярд. Просто тебя встретили. Поиграйте. Так, почти, ребят. Мы уже видим остров. Мы уже почти сейчас... Сейчас посмотрим. Говорили, летите на Багамы, там красиво. Пока что все, что я видел, это гребаная вода везде. Так что, разве не красиво? Да нет, конечно, блин. Это то же самое, что, блин, вокруг тебя повесили квадраты Малевича. То есть вырубили свет просто. Так, я уже вижу. Мы уже почти ряд прилетели. Ты видишь только, я уже летаю здесь. На. Ой, опять вот здесь летает такой. Я прилетел. Как ты, собака, меня видишь? Почему я тебя не вижу? Питер поганый. Ты обдолбался или ты что, самолет обдолбанный? Я крутой, блин, пилот. Я лучший пилот на планете. Ага. Опа, это что такое, затопленный корабль? О, тут цунами было. Реально цунами было? Так, сейчас надо будет замедляться немножко. Все, ребят, минута и уже будем на острове, думаю. Весельчак. Ты никогда не будешь на острове. Дима, летит до 30-40, перегрузки быть не должно. Я не буду сейчас уже это делать, потому что сейчас будет перегрузка и капец. Я напоминаю еще раз, он выкрутил себе на детскую сложность, у него там вообще ничего не бывает, он на воду может удариться и полететь дальше. Вы, может, на здание протараните и полететь дальше. Он просто профессионализму моему завидует. Я летаю как пас, я с закрытыми глазами вообще лечу. Даже как не S парюсь. Ты летаешь. Как настоящий S. Так, я сейчас погоду поменяю, чтобы было не так хмурно. Ну, грозу хочешь создать? Ах ты гад. Хочешь уничтожить честного человека. Как лучше? Такая погода? Можно, конечно, реализм поставить, но в реализме там, походу, вообще ни единой тучки нет. Так, народ, то ли я тупой, то ли тут ничего красивого нет. Тупой. Нет, тут реально ничего красивого нет. Как же здесь красиво? Сейчас посмотрим. Про реальную жизнь говорили. Так, я вырубаю, короче, карту, она не нужна. Все, ребят, вырубаем ее. Сейчас не притормаживать, еще немножко и тормозим. Я уже вижу пальмы. Я уже пальмы вижу, какие красиво. Так красиво, что, блин, сейчас буду ссать с желтой струей сверху. Ты дурьё. Боже, прикольно. Смотрите, ребят. А что тут не пальмы, блин? Чувак, это же, блин, грёбаная тропическая страна. Это грёбаная... А, да. Так, боже, сейчас разобьюсь. А жизнь красиво. Я ничего красивого вообще не вижу. Да, вот Эверест был красивый. Чувак, конечно. Сравнил Эверест и непонятно чё.
Это как зубочистку с деревом сравнить. Я в Сан-Андреас прилетел. Сан-Андреас. Обычно, если ты прилетаешь в такие места, не забываешь, что самое частое и распространенное там событие — это потрачено. Что это то же самое не произошло. Так, значит, странно. Сейчас пустится и будет потрачено. Это все, что тут есть? Такое чувство, как будто я в Тропико играю. Я же говорю, красиво, красиво. Так красиво, что аж глаза, блин, под лоб закатились. Похоже на Тропико, блин. Нос нанюхался, блин, глаза под лоб закатились. Ну красиво. О, кстати, а это что такое? Кратер? Кратер, да ладно. Метеорит туда упал. Есть кратер? Да. Это недалеко. О, что с моей скоростью? Не, на самом деле это озеро, но оно похоже на кратер. Дело. Самый идиот, оно реально похоже на кратер. А как они воду получили? Ах, богами большие, тут вода не соленая. Есть и недра. Чувак, да брось ты, они с океана пьют, блин. Они хлебают просто с океана. Что-то меня так шатает жестко. Потому что бухать меньше надо было, когда за штурвал садился. Ну, на самом деле, я пока не вижу графичи. Это похоже, как будто мы в Москве летим. Только когда влетали в Москву. Нас, походу, надурили, чувак. Мы летели полтора часа, чтобы просто посмотреть. Не, я сейчас Сан-Андреас залечу и посмотрю. Сан-Андреас. Сан-Андреас, надо я называю это Сан-Андреас. И мы плавно с симулятора перейдем в GTA. Надо Respect Plus просто получить, пока пролечу над Сан-Андреас. О, а ты знаешь, куда мы можем полететь? Говорят, на крышу полететь. В Рио-де-Жанейро надо полететь. И в статую огромную ту сторону, да? Иисуса Спасителя или как там они? Христа Спасителя. Спасителя или как? Да, я не помню. Короче, да. Ну, суть одна и та же. Не одна и та же. Это что, ваша Москва и Сибирь? Нет, блин, чувак, это одно и то же. И нифига подобного. Жалко, она тебя не Вова, она тебя водочка. Водочка, подумаешь. Моя водочка. Ты дурак! Это одно и то же. Ну, Вовочка и водочка, да, это одно и то же. А это аэропорт, блин! Я думал, это в город! Это Сан-Андреас аэропорт. Нахрен мне аэропорт нужен. А, давайте сядем. Я смогу. Пока я себя разобьюсь. Тут нечего сейчас смотреть, нахрен. Закрылки F6. Нахрен. Чувак, да нахрен, просто носом вниз, блин, ты как бы до упора штурвал и что-то, да нахрен вообще париться, садиться еще. Ну говорят, что вдоль речек красиво. О, я как-то нашел красивое место. Не, подожди, когда ты уже разобьешься, я скажу, что я нашел красивое место. Да, ты разбивайся, я потом как раз скажу тебе. Да, слетали на Мальдивские острова. Кто-то летел на Мальдивы. Кто-то летел на Мальдивы. Я прилетел на Багамы, не для того, чтобы умереть. Ааа, да что я не хочу мне смерти! В смысле? Я сел тут! Пруф был, я сел даже. Ой, какие красивые места нашел! Хрен, чувак, Багамы говно. Нет, тут есть вот одно место, сейчас я лечу к нему, я издалека его увидел. Тут красиво, кстати, реально. Сейчас я там запущу там сразу, чтобы посмотреть. Лететь было неинтересно. Прям с этого аэропорта взлетай. Ну, ах ты, стоп, смотри, где я нахожусь. Вот прям там аэропорт подо мной был. Вот тут что-то есть. Ну, лужи зеленые, конечно. Я вообще разбился, я ехал. Как я мог разбиться? Я не мог разбиться. Это все... Да, это нереально. Чувак, я тоже так думал, как ты мог разбиться, это ж нереально. Чтоб ты доразбился. А могу с тобой стартовать сразу. Ты на море хочешь поехать в субботу? В субботу на море? Да. На какое море? Черное, блин, не на Багамы же, не на океан. Багамы — это не море, дурачок. Там нету моря. Ну океан, я сказал, не океан, ну короче. Там, походу, есть или нет, значит, посмотрим. Короче, блин, хватит гуглить, блин. Я гуглю. Да, там Карибское море есть спрашиваю. Ниже, но оно далеко. Да и... похрен на то море, чувак. Ты хочешь на море черное поехать? А сколько оно черное? Блин, черное просто. Хочешь поехать или нет? Оно грязное, типа, ее черное назвали, потому что оно грязное?
Я не знаю, что его назвать. Черный, потому что там... Да, потому что оно грязное. Короче, ты хочешь поехать? Ты решил на стриме спросить? Ну а что они на стриме? Все равно летим, блин. Чё-то красиво. Ну как красиво. Лужи, блин, он вся зелень. Тина, блин, болото. Чё? А вот, смотри, а это на кита похоже. Это нет. Ты смотрел сериал «Половое воспитание»? Нет, конечно, блин, что мне нехрен делать. Чувак, это комедия. Там одна девка была озабоченная, она, короче, постоянно рисовала комиксы с большими членами. Ничего нехрен делать. Так, эта штука похожа на то, что она рисовала. Большими членами. Чувак, че ты в школе летишь? Ну, я смотрю на пейзажи, а чего низко лететь-то? Ну, короче, на самом деле, смотри, ребят, вы нас развели насчет богам, но петлю. Ничего интересного. Можешь сделать мертвую петлю? Да-да-да, блин, а с настройками ты можешь сделать, блин, петлю в воде даже. Да хватит завидовать моему профессионализму. Сглазишь же, блин, не смогу сделать. Вон, офигенная лужа, кстати, есть. Че, покупаться хватит, что ли? Смотри. Мне хватит 5000 футов, чтобы сделать мертвую петлю. Смотрите, какая дырка. Смотри, прикол. Стой, я не смотрю на тебя. Зеленая какая-то офигенная лужа. Там, небось, тиной все поросло. Смотрите, офигеть. Красиво. Офигеть, офигеть. Офигеть. Ну, блин, вот, ребята, мы летим над Багамами. Именно не Багамские острова, а Багамы. Так, вот еще над Багамами, я считаю. Посмотрим, где капитан Кук куда нас привел. Ну ладно, это оно. Мы на Багамах, я тут, блин, живу. Нет, нет. Так, делаю мертвую петлю. Давай. Давай, посмотрим. Ну, я далеко-то, я тебя не увижу, походу. Мне хватило 400 метров, чтобы сделать мертвую петлю. А давайте я сейчас сделаю мертвую петлю, только надо движок на максимум поставить. Делай на 1000, на 1000 делай. Я уверен, что ты сделаешь. Либо нет. Так. Делай на 1000. Блин, разогнаться. Тебе должно хватить 1000. Мне скорость надо разогнать сначала. Ты вертолет 400 сделал. Груза не будет, не боюсь. Я с 5000 до 4600 сделал ее, прикинь. На пятерке я был, ну там 5-5-5-50 я был, и на 4-600 я уже выровнялся. А что на Багамах людей нет? А что за бред? Где люди? Пах, ну такой летит, кто-то летит. Ты летишь? Нет. Я сделаю сальтуху. Там бывают перелеты этих... давайте, делаем. Мертвая петля. О, это Димон. Это Димон говорит нет. Тот вон дурак, какой дурак такой мертвую петлю делает. Сделал! Изи. И так изично. Смотри, сейчас я к тебе лечу. Я тебя увидел, прикинь, на шару. Без подсветок, без ничего я маячок твой увидел, маленький. Ты просто рядом капец со мной был. Ну а сейчас ты разобьешься, судя по всему. А нет, сделал. Учись, пока я жив. Великий Илон Таск. Какая скоростуха у тебя? Ну, было 120, когда я на максималке летел. На самом деле, что-то не очень красиво, не знаю, ребят. А ну, лети на островок этот маленький. Я не знаю, куда ты копнешь. Лети, 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 я тебя сейчас найду. И уничтожу. Че с моим самолетом? Ты можешь догнать меня, что ли? Давай, давай, догоняй. Я тебя пока не вижу. Смотри, как я пролетаю. Стрим. У-ху! Вот это жесть. Вот это жесть, как я пролетел. Далеко от меня вообще был. Чувак, я чуть ли крылом не черкнул в землю, прикинь. Я думал, что разобьюсь. Не, ну конечно, я разбиться не могу. Что рядом где-то был вообще? Я потерял. Я за тобой следую, как убийца. Давай, тарани меня. Тарани, я бессмертный.
Смотри, что я делаю. Делаю мертвую петлю. Я за тобой лечу. О, нет, по-моему, я не сделаю. Сроки Иван, смотрите. После этого он, конечно, взял, полетел дальше. Ну, значит, я покажу. Да, я полетел. Все, я в воде. С воды нельзя улететь. Да? А! Что это за хрень? Что за хрень? А что я разбился, я ничего не понял. Знаешь почему? Потому что не надо смотреть, не надо радоваться, когда другие тонут, блин, надо спасать, а ты взял время. Я хотел тонуть, но я потерял управление почему-то. Походу из-за того, что скорость была низкая у пропеллера. Ладно, поехали, короче, смотреть на обновление в... Медиамастер. Как это, мастеров покемонов или как оно? Да, ребят, в общем, если вам нравится эта игра, не забывайте фолловиться на канал. Также не забывайте, ребята, кто будет смотреть на Twitch, на YouTube повторчик этого стрима, писать комментарии, куда еще можно слетать. Пока что Москва пройдена, Эверест пройден, Багамы пройдены. Багамы отстой, Эверест отстой, Москва отстой. Но на самом деле мне не понравилось пока ничего. Ведь типа не было такой красотищи. Думаю, завтра, может, по Америке полетаем, там какие-то Нью-Йорки, всякие Майами и прочее. Хочешь задание на стрим? Пролететь вдоль китайской стены. Чувак, сколько она километров там длиной? Несколько тысяч? Да, 1003, наверное. Я не знаю, так мы не пролетим. Это, чувак, нам придется лететь по времени. Если возьмем даже самый быстрый самолет, несколько часов. 3-4 часа. Так, Великая Китайская Стена. Длиной почти 9 тысяч километров. Сколько? 9? Длина стены... Да, распределена стена длиной почти 9 тысяч километров. Полная длина 21 200 километров, это полная ее. Но она там уже стенки разные, ответвления. Чувак, у нас не хватит даже топлива на чертовом Боинге. 8 тысяч. Боже, они чокнутые, как они ее строили? Проходит по северному Китаю на протяжении 8852 километра, а на участке Бадалин проходит в непосредственной близости от Пекина. Это длина последнего сооружения эпохи Минской династии, причем сюда входят 6000. А сейчас соло шторм на Тихом океане жесткие, походу. А, нет, это не Тихий океан. Это Атлантический. Да, это Атлантический океан. Короче, ладно. Сейчас жесткий шторм там идет. Знаешь, что я предлагаю? Пускай зрители пишут, куда летим. Чем больше комментов по таким наберем постом, туда и летим. Это будет справедливо. Ой, жесть, а еще и торнадо. Торнадо около Америки. Недалеко от Мексики. Жесть, это торнадо. Поливаться торнадо сейчас идет. Это же настоящее, типа, реальное время сводки. Окей, ладно, ребят. Тогда увидимся с вами через несколько минут. На этом же канале. Не забывайте писать комменты. Смотрите, пишите комменты, какой коммент наберет больше лайков, в туда и летим в следующей серии.